Не понял, у меня не слышно. Можно говорить. Хорошо. Так, здравствуйте еще раз. Довольно такое значительное мероприятие. Получается, что сначала будет семинар. Все планы прочитали, я думаю, сразу вашу тему семинара. Тема у нас преемственность учебно-методического обеспечения предметов ОРЦ и ВДНКНР. И еще раз повторюсь, вот, что моя фамилия Узыков, зовут меня Григорий Сергеевич. Я сейчас курирую область ОДНКНР. Вот. И по программе у нас получается, что сначала идет мероприятие, собственно, сам постоянно действующий семинар. После семинара по графику у нас положено открытое заседание РПМО педагогов ОДНКНР, ОРЦ и духовно-нравственного воспитания. Заседание РПМО должен вести председатель Аптина Наталья Александровна, она, к сожалению, на больничном, поэтому мы эти два мероприятия, в общем, объединяем, потому что получается, что Аптина Наталья Александровна, она в курсе всех, скажем так, последних изменений вот в этой сфере. Я только сейчас начал заниматься всем этим, и в процессе семинара получается у нас по программе у нас довольно много выступающих, первоначальный регламент был 10 минут. Ну, я считаю, что можно позволить выступающим выступать побольше, то есть по 10, по 15 минут. Если что, я буду говорить регламент и выступление приостанавливать. Если, например, есть желание выступить побольше по времени, можно дать больше времени. Так, и в процессе семинара и в процессе последующего заседания РПМО хотелось бы, чтобы участники активно задавали вопросы, активно обменивались опытом. И самая главная наша, конечно, задача сейчас это все-таки выделить те аспекты профдеформации, ну, то есть вот затруднений, которые есть при преподавании вот, наших предметов. Затруднения эти наверняка есть. И уверен, что сейчас в процессе нашей работы мы их будем выявлять. Так, ну и, пожалуй, для вступительного слова у меня все. Теперь по поводу, хотелось бы еще что сказать. По поводу задают вопросы, как это будет в дальнейшем оцениваться, выступление на семинарах. Вообще, активные участники семинара, те, кто участвовал по несколько раз, там положено 4 семинара, хотя бы в 3 семинарах, ну, им вообще положено выдавать сертификат по итогам учебного года. Там как бы это все буду фиксировать участников, ну и выписывается сертификат участника постоянно действующего семинара. Либо есть еще второй вариант, я практикую, это награждение благодарственными письмами. Так, если вопросов по регламенту по заседанию нет, то я думаю, можно начинать. У нас первый выступающий, это Пожидаева Елена Александровна, учитель начальных классов МБО Березовская общеобразовательная школа, Кемеровский муниципальный район. Тема «Современные методы оценивания достижения обучающихся». Преподавание ОРЦ. Елена Александровна, готовы выступать? Да, здравствуйте. Я вас хорошо слышу. Уважаемые коллеги, я вас всех приветствую. Тема моего сообщения – это современные методы оценивания достижения обучающихся результатов образования. Вот немножко у нас не слишком крупного формата
презентация, поэтому она будет где-то прикреплена, и вы можете ей воспользоваться, если это вас заинтересует. Введение новой дисциплины курса УРКС определило одну из главных причин. Учебник есть, методические рекомендации для педагогов, ведущих данный курс, имеются. Но как оценивать уровень знаний обучающихся, как оценить полученные навыки коммуникации, критического мышления и всех процессов, которые развиваемые в ребенке, это остался такой вопрос открытый. Как оценить воспитательные результаты курса или измерить уровень гражданской ответственности и самостоятельности? Где взять критерии оценивания? Я думаю, каждый из нас, преподающий этот предмет, столкнулись с этими вопросами. Конечно, проблема оценивания качества образовательных результатов при изучении курса УРКС заключается в ее полном отсутствии, что поставило нас, педагогов, практикующих, в некоторый тупик. Ну, давайте сначала рассмотрим такой вопрос вообще, что такое оценка. Итак, проблема озвучена, давайте разберемся в этом вопросе. Итак, это и есть определение качества достигнутых школьникам результатов обучения. На современном этапе развития начальной школы, в частности, я именно преподаю в начальной школе, когда приоритетной целью обучения является развитие личности младшего школьника, определены следующие параметры оценочной деятельности педагога. Первое – это степень сформированности учебной деятельности младшего школьника, коммуникативной, читательской, трудовой, художественной. Второе – степень развития основных качеств умственной деятельности. Это умение наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связанно излагать мысли, творчески решать учебные задачи. И третье – это уровень развития познавательной активности, интересов, отношения к учебной деятельности и степень прилежания и старания. Принципы оценивания. Это комплектность, она предполагает наличие комплекса параметров, отражающих учебные достижения обучающихся. В ней отражается не только содержательная, но и процессуальная сторона учебной деятельности, способы получения знаний, методы решения учебных задач. Второе. Содержательность и позитивность оценки. Не фиксируется количество ошибок в работе, а характеризуется ее достоинство, раскрывая содержание и результаты деятельности ученика. В оценочной шкале отсутствуют отрицательные оценки. Третье. Определенность. Оценка характеризуется конкретные качества работы обучающегося, которые обозначены и согласованы перед ее выполнением. Открытость. Оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки. Объективность. Оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и столкновений ученика и учителя, так как не может быть истолковано многозначно вследствие ее открытости и определенности. Диагностичность. Оценка несет информацию о достижениях ученика и о проблемах, которые ему предстоит решить. Она позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, планировать дальнейшую учебную деятельность. И последняя, технологичность. Оценка предполагает соблюдение определенной последовательности действий учителем и учащимся. Она связана с планированием учебной деятельности, процессом выполнения учебного задания и этапом анализа ее результатов. Давайте теперь посмотрим на правила оценки. Правило первое. Что контролировать и оценивать? Оценивается любое успешное действие ребенка. Второе. Кто оценивает? Учитель и ученик. По возможности определяет оценку в диалоге, то есть внешняя оценка плюс самооценка. Третье правило. Как оценивать? За каждую учебную задачу или группу заданий, задач, а показывающих овладение отдельными умениями, ставится своя отдельная оценка. Где фиксировать результаты? Оценки или в части, выставляющие в таблицу, в рабочую педагога, ведущую им. Как ставить отметку? За проект в конце изучения УРКС по чтению или окружающему миру. По какой шкале оценивать? Оценка ученика определяется по универсальной шкале трех уровней успешности. Как в любом предмете у нас в преподавании. Это необходимый уровень, это решение типовой задачи, подобно тем, что решали уже много раз, где потребовалось применить сформирование умений и усвоение знаний. Программный уровень,
Это решение нестандартной задачи, где потребовалось применить либо знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо старые знания и умения, но в новой, непривычной ситуации. И у нас существует необязательный максимальный уровень, где решение сверхзадачи по неизучаемому материалу, когда потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо новые самостоятельно усвоенные умения. При преподавании курса ОРГАСЭ предполагается безотметочная система оценки. Оценка результатов образования детей по модулям предусмотрена в основном в рамках последнего завершающего раздела курса в форме индивидуальных или коллективных творческих работ обучающихся и их обязательное обсуждение в классе. Ну, давайте посмотрим, какие методы организации контроля существуют. Но так как отсутствует традиционная бальная система оценки, традиционная, не ограничивает педагога, в общем-то, искать другие методы оценивания уровня успеваемости, степени глубины полученных знаний и навыков, а также успешности воспитательной деятельности в классе и наличие зачатков ценностного мышления. И что же это может быть? Первое и, наверное, самое распространенное – это педагогическое наблюдение. Метод, с помощью которого осуществляется целенаправленное восприятие какого-либо педагогического явления для получения конкретных данных. Этот метод развивался в рамках личностно-ориентированного принципа образования и получил большое распространение в трудах Екиманской. Педагог наблюдает за учеником в естественной обстановке. Поскольку проявление познавательных способностей наблюдается на уроке, то, конечно, сначала знания учителя об ученике очень обрывочно, фрагментарно, мало структурировано, но при специальном обучении, ведению наблюдений, субъективность снимается. Каждое наблюдение имеет конкретную цель и проводится по определенной схеме. Данные наблюдения фиксируются в описательной форме на основании схемы и носят характер конкретного факта, а не объяснения или оценки. Наблюдение проводится регулярно, в течение всего учебного года, а не случая к случаю. Анализ наблюдаемых проявлений ученика производится не изолированно, а в контексте всей учебной ситуации. Этот метод помогает, одним из плюсов является того, что метод помогает наблюдать основные проявления личностных особенностей ученика, его индивидуальную познавательную активность, самостоятельность, произвольность и продуктивность деятельности, избирательность форм учебной работы. Эти сведения дополняются наблюдениями особенностей усвоения учебного материала и изучения предметной избирательности. Педагогическое наблюдение дает возможность проследить динамику развития ученика, устойчивость основных проявлений личностных особенностей в учебном процессе, выявляет сильные и слабые стороны и в то же время позволяет оценить его не только по показателям учебной деятельности, но и по личностным проявлениям, что особенно важно при решении воспитательных задач в рамках курса ОРКАСЭ и ЛДКНР. Таким образом, педагог может индивидуализировать учебный процесс, составляя для каждого ребенка собственную программу обучения и развития. В ходе такой работы постепенно складывается познавательный профиль ученика, то есть своеобразный тип мышления, который должен быть адекватен предметному содержанию научного знания. Выявление такого познавательного профиля и является основной для составления траектории развития ученика сначала в начальной школе, а затем и на других школьных ступенях. Другими словами, выбор методологических подходов преподавания курса ОРКАСЭ и особенности организации урочной и внеурочной деятельности учащихся будет продиктован теми данными, которые зафиксированы в портфолио, ну или карте наблюдения ученика. Эти данные будут основной для проведения результатов обучения по курсу. Самооценка обучающихся по результатам урока. В данном случае используются листы самооценки. Они могут нести разный характер оформления. У каждого педагога, я думаю, что свой лист оценки уровня урока или группового мероприятия, где обозначаются параметры, допустим, в ходе проекта «Я» и дальше действия. Предполагал новые идеи и направления, определял цели, ставил задачи и так далее. И, соответственно, графы. Всегда, иногда или никогда. И таким образом происходит оценка и самооценка участника данного проекта.
И в итоге делается вывод. Я хорошо выполнил свою работу на уроке, я мог бы лучше ее выполнить, или я плохо работал на уроке. И тогда, в общем, подводит итог данному мероприятию. Листы самооценки могут быть использоваться, например, для определения уровня вовлеченности и участия в групповой работе. Кроме того, листы самооценки могут использоваться для закрепления знаний, полученных на уроке, и стимулирования мотивации к дальнейшему поиску информации. Вместе с тем, отзывы обучающихся помогут учителю разобраться в правильности построения урока и в случае необходимости скорректировать свой учебный план. Самооценка – это ценность, которая прописывается индивидуальными качествами. Главной функцией, которая выявляется сама самооценка, это, конечно, регуляция, на основе которой происходит решение задач личностного выбора. И защитная, обеспечивающая относительную стабильность и независимость личности. Значительную роль в формировании самооценки ребенка играют его личные достижения, а также оценки окружающих. Среди таких методов оценки обучающихся на уроках РКСЭ могут использоваться мозговой штурм, работа по методу ТЭСК, так называемое, это активное мышление в социальном контексте, концептуальные карты и таблицы, которые помогают организовать и систематизировать материал, составление логической последовательности. Например, вы даете задание учащимся разложить карточки с предложениями или картинками таким образом, чтобы получился связанный или последовательный рассказ. Расстановка приоритетов, техника, позволяющая развивать навык выделения главных задач, которые необходимо выполнить в первую очередь и уделить наибольшее внимание. Критерии оценки. Чаще всего мы даем как бы образец, шаблон начала предложения, а дети его заканчивают. В начале урока это может быть «я хочу узнать», «мне надо научиться», «на уроке мне запомню», «кажется важным, что я хотел бы узнать» и так далее. Ну и критерии могут быть следующие. Я работал в группе так-то, главные задачи экскурсии такие-то. Я увидел, услышал, узнал то-то. Мне нужно больше узнать или хочу узнать о том-то. И я хотел бы задать следующие вопросы. Вот такие критерии могут существовать при оценивании. Кроме того, листы самооценки могут использоваться для закрепления знаний, полученных на уроке, и стимулирования мотивации к дальнейшему поиску информации. Вместе с тем, отзывы обучающихся, еще раз могу повторить, что как раз помогают учителю более правильно простроить урок и в случае необходимости скорректировать намеченные планы. Следующий метод тестирования. Это распространенный метод, который учителя используют на всех предметах, в том числе на уроках РКСЭ. Очень удобен в своей компактности. Это инструмент оценивания обученности учащихся, состоящих из системы тестовых заданий, стандартизированной процедуры проведения обработки и анализа результатов. Следующее – это метод эссе. Конечно, жанр эссе требует свободного владения темой и определенной смелости, самобытности и похожести на других во взглядах и суждениях. Однако надо помнить, что несмотря на свободу творчества, писать в жанре эссе – в общем-то, достаточно сложно, и самостоятельно ребенку, конечно же, это трудно, так как надо найти какую-то очень оригинальную идею, какой-то нетрадиционный материал, высказывать нестандартный взгляд на какую-либо проблему. Ну, если нам время позволит, то я вам практически покажу, как мы итог такой работы над эссе. У нас с детьми получилось очень интересное материал. Исследовательский метод, ну, тоже как бы он межпредметный и пользуется учителя не только на предметах основных каких-то, но и вот в данном случае на УРКСЭ. В основу этого метода проектов исследовательского, это главное здесь задача учителя помочь каждому ученику не только овладеть знаниями, умениями, навыками, но и научиться самостоятельно работать, что очень важно. Это достигается систематическим индивидуальным подходом к организации самостоятельной деятельности учащихся.
Метод проектов, сюда же, наверное, мы отнесем защиту проекта, это, конечно, в основном положена идея о направленности учебно-познавательной деятельности школьников на результат, который получается при решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. Ну, я бы сейчас хотела бы немножко вернуться к началу разговора и чуть-чуть остановиться на использовании метода ТЭСК – активное мышление в социальном контексте. Применяя этот метод, как раз вот используя работу над проектом. Очень интересен метод тем, что здесь организуется работа в виде вопросов. Вопрос первый. Когда ребенок получает тему, стандартный вопрос – что мне известно? И это как бы первый этап, на котором проходит организация и сбор информации. Второе. Какова задача? На этом этапе ученики должны четко понять стоящую перед ним проблемно-поисковую задачу и определить параметры работы. Здесь очень важно содействие педагога, который должен убедиться, что все учащиеся четко поняли стоящие перед ним цели, задачи и предполагаемый результат. Третье. Какие есть идеи? Этот этап можно назвать генератором идей. Здесь учащиеся делятся своими мыслями, идеями, представлениями о проблеме, которая у них имеется. Это творческая открытая фаза деятельности учащихся с использованием элементов мозгового штурма. Обучающиеся забирают свой сундучок идей, из которого вследствие они будут выбирать наиболее ценные, значимые мысли. Для удобства работы ученики могут записывать идеи на самоклеящихся листочках и раскладывать их перед собой на парте. Четвертое. Вот тут как раз и происходит, какая идея лучше, вопрос. И на этом этапе учащимся предстоит выбрать из всего многообразия идей, предложенных группой, только те, которые помогут достигнуть поставленной цели и решить необходимые задачи. Пятое. Делаем. Это фаза практической деятельности, когда учащиеся готовят свой проект или презентацию. На этом этапе происходит развитие коммуникативных навыков, принципов критического мышления, умение делать выбор, анализировать собственную и чужую точку зрения, распределять задачи между членами группы и так далее. Самый главный принцип – меньше пишем, больше думаем. Шестое. Каков результат? На шестом этапе работы ученики должны оценить результат своей работы и обратить внимание, что этот этап рефлексии предшествует публичной презентации проекта. Здесь закладываются навыки реалистичной оценки собственной деятельности и способов ее улучшения. Седьмое. Расскажем о своей работе. На данном этапе учащиеся представляют результаты своей работы. Здесь ставится коммуникативная задача в сжатых временных рамках предоставить самые важные аспекты своей работы перед реальной аудиторией своих одноклассников или более широкой аудитории, состоящих из родителей, приглашенных гостей или учащихся, готовивших проект. Также это те конференции, которые проходят на базе школы, муниципалитетов. Восьмое. Чему мы научились? Это как бы подведение итогов работы. Это, пожалуй, является вот не менее важным этапом, чем выполнение самой работы. Учащиеся должны отметить, что изменилось в их сознании и понимании, чему они научились и как эти знания и навыки они могут использовать в реальной жизни. А какова же роль учителя в процессе групповой работы по данному методу? Педагог не пытается самоустраниться и занять позицию стороннего наблюдателя. Он исполняет роль консультанта. В ряде случаев педагог может направить работу группы, предлагать возможные пути решения проблемы, но никогда не должен давать готовых ответов или схем. Стимулирование самостоятельной поисковой деятельности, мотивация к обучению, предложение новых и необычных форм, предоставление результатов работы. Вот некоторые основные задачи деятельности педагога в рамках данных этого метода. Защита проекта. Завершающим этапом изучения курса является составление и защита проекта. Проект может быть групповым или индивидуальным. Защиту можно провести, соединив разные модули. Тем самым у обучающихся будет возможность провести
защиту и соединить разные модули. Тем самым у них будет возможность ознакомиться с содержанием других модулей. Мы знаем, что у нас по РКС несколько модулей, поэтому, я думаю, детям будет немаловажно услышать информацию о разных религиях или других вопросах, изучаемых по данному предмету. Формы разных, защита формы может быть в разных проходить, защита в разных формах, это в виде праздников, конкурсов, либо это в рабочей обстановке. Но все подведение итогов как бы предмета, подведение итога, то это может быть следующим образом проходить предметные результаты. Извините, пожалуйста, но у нас все-таки регламент есть определенный. Да, я уже 15 минут, я думаю, что я уложилась, уже переборщила. Извините, пожалуйста. Переборщили. Можно вопрос тогда сразу? Да, пожалуйста, конечно. Вот коллеги, которые со мной здесь в аудитории, вот вопрос. А вот вы в теории все это рассказываете, вы можете привести практический пример, как вот вот эти методы вы на модулях ОРКС, ОДНКНР, или вот ОРКС, модулях ОРКС вы применяете, пожалуйста. Конечно, у нас проходит в обязательном порядке сбор портфолио. Это практически у нас, особенно когда мы личностные результаты оцениваем, вот как раз карта наблюдений у нас существует, и портфолио, которое собирается, вот это вот как бы обычное, и у нас это существует. Тесты, разработка тестов ведется, особенно итоговых тестов у меня собраны, итоговые тесты. Я преподаю основы православной культуры, поэтому итоговые тесты на конец первого полугодия разработаны, существуют, и это есть. Ну и вот я как раз хотела притчу привести пример, но я уже ограничена, к сожалению, во времени, как мы составляли притчи с детьми, сочиняли, и у меня существует подборка таких притч, составленных с нашей совместной работой с детьми. Это то, что касается практической работы. Это все применимо, и результатом как раз вот защиты проектов является... Ну вот темы проектов. Скажите, какие вот есть, например, проекты? Ну, слово следующему докладчику. Допустим, тема проектов. Народные праздники, православные праздники, традиции народа, русского народа, отражающие в праздниках. Дальше. Мы рассматриваем такой вопрос, как золотое правило этики. Что это такое и что это для меня? И как это мне поможет в жизни? Сочинение рассуждения на такую тему может быть. Дальше тема еще. Притча рассудительности, когда мы рассуждаем именно на эту тему. И все. Вот как-то сочинение рассуждений, это тоже как вот работы. При выполнении заданий, или когда дается задание детям рассказать о традициях семейных в жизни ребенка, поэтому в жизни семьи, где дети рассказывают о том, как... чаще всего детям очень интересно праздники, которые проводятся с детьми, Рождество Христово, в разных формах, в форме театрализации, в форме различных посиделок, где совместная деятельность с родителями и детьми, это тоже у нас в системе ведется, масленица и так далее. И, в общем-то, праздники – это вообще системная работа в курсах УРКС, особенно по основам православной культуры, в частности, в моей деятельности педагогической. Таким образом мы и работаем. Ну и, конечно, систематическое проведение каких-то тематических собраний для родителей – это тоже одна из форм работы по этой теме духовно-нравственного развития и воспитания. Спасибо большое. Так, вопросы, коллеги? Уважаемые коллеги, у нас тут небольшое изменение в программе. Приходится передвинуть
немножко я извиняюсь перед участниками. Сейчас выступать будет то есть Кемерово, Морозова, Любовь Юрьевна, методист по иностранному языку, сотрудник по языку и преподаватель основ православной культуры. Так, и тему сейчас Любовь Юрьевна назовет. Не знаю. Значит, добавить. Ну, если нет, мы сейчас выключим. Поменяли программу, да? Да. Добрый день, уважаемые коллеги. У меня очень такой практический материал. Я хочу поделиться с вами материалом презентации по уроку иконы и картины по основам православной культуры. По учебнику вот основ православной культуры Кураева. Тема такая здесь есть. Более того, такая тема есть и в курсе по изучению искусства, для того, чтобы дети поняли разницу, умели более грамотно сказать, в чем разница между иконой и картиной, вот эта презентация этому и служит. Ну, у нас небольшие технические неполадки, презентацию еще установили, я пока расскажу о самом уроке. Итак. В начале урока, конечно, нужно побудить учащихся настроиться на урок, то есть мотивация. Спросите. Спасибо. Итак, спросите учащихся, знакомы ли им фамилии Левитан, Шишкин, Ван Гог. Давно ли они были в музее изобразительного искусства? Что мы увидим в картинной галерее, придя? Что мы увидим в храме, когда мы придем? На стенах храма? Кто такой Андрей Рублев? Может, они знают такие вещи? А затем выдайте им несколько карточек вперемешку, где картины и иконы. Попросите распределить в группах детей эти карточки по двум направлениям. Где они считают иконы, где картина. Дети сделают это, потому что определенные ассоциации у них, конечно же, есть. Нужно после этого записать отличительные признаки иконы и картины, которые вам назовут дети, допустим, в ассоциативный ряд. Икона обычно называют строгий взгляд, можно найти в храме, изображен ангел, бог или святые, и картина. Как они могут, какие ассоциации, то есть это разные художники, много цвета, разные стили, возможно, не только реальные вещи, но и фантастика и так далее, и так далее. А далее для хода урока очень поможет такой прием, который называется ЗХО. То есть таблица «Знаю, хочу узнать, узнаю». Первые две графы таблицы дети могут совершенно четко заполнить, еще не видя ни презентацию, только по своим вот остаточным знаниям, то, что они предполагают, да, что я знаю. Записывают 3-5 предложений. Что я хочу узнать об иконе? Потому что картины – это более знакомые понятия. Мы возьмем понятие более сложное – икона. Что я хочу узнать? Попросите детей задать 2-3 вопроса. Ну и после этого покажите детям презентацию, в которой вы расскажете, на примерах покажете разницу между картиной и иконой. А после этого поработайте с этой таблицей далее и заполните последнюю колоночку. Пусть дети напишут, что они узнали о иконе. Ну и можно поработать потом с текстом учебника, еще некоторые вопросы разбирать. Для чего свет, что такое свет в иконе, помогает ли икона молитве. Все эти вопросы разбираются в учебнике Кураева, в тексте, который дан.
Ну, а я сейчас предлагаю вашему вниманию посмотреть вот эту презентацию. Вы можете сделать свою, но вот на какие моменты нужно обратить внимание, давайте посмотрим. Так, оп. Итак, что же передают иконы и картина? Они передают, конечно же, реальность. Но мы видим, что картина это передает материальную сторону мира, то есть реальность материального мира. Знаменитая картина «Слезы апостола Петра». И в иконе мы тоже видим реальность, но реальность именно духовного мира. Как вы видите, здесь на старинной иконе архистратига Михаила. Посмотрите, какая замечательная картина Гвидо Рени, апостол Матфей Ангел. Но мы сразу видим, что эта картина – реальный персонаж. Так и кажется, что это было на самом деле, что вот он подошел, ангел, совершенно материальный, к апостолу Матфею и диктует ему для того, чтобы тот писал Евангелие. Давайте посмотрим вот на эту группу. У нас одна и та же история, евангелист Матфей и ангел, но в первом случае это картина Рембрандта, а в другом случае это икона. Конечно же, разница видна сразу. И более духовное, более небесное мы увидим именно в иконе. Это дети всегда чувствуют подсознательно. Но нужно это, например, показать, чтобы потом с этим работать. Ну и еще одна пара. Посмотрите. Апостол-евангелист Иоанн. Картина Карло Дольче и икона. И икона апостола Иоанна Евангелиста. Следующий пункт, который мы обязательно должны сказать. Время. Как время связано с иконой и с картиной? Дело в том, что любая картина передает нам образ времени. Мы можем узнать эпоху, мы можем узнать время года. В конце концов, мы можем различные по... Даже если это вымышленное какое-то фантастическое действие изображено на картине, все равно образ времени присутствует, когда происходит действие. А икона, она вне времени. Здесь не важно ни какое время года, ни какое время дня. Здесь важен сам сюжет и то, что передает эта икона. Вот еще две картины, на которых мы можем узнать и время написания, и даже какая погода была во время написания той или иной картины, какие наряды носили, например, императрица, да, либо кто-либо изображен здесь. Следующий пункт, на который обязательно нужно обратить внимание, конечно же, любое произведение искусства – это средство общения. Но заметим, что картина, любая картина, это средство общения с автором, потому что свои чувства, свои эмоции, свое видение мира любой автор передает индивидуально, и мы можем узнавать автора по картинам. Но икона. Вот это главное, что мы должны сказать и знать, что икона, помимо того, что, разумеется, это произведение искусства и любуются иконами многими именно как произведением искусства, это средство общения с Богом. Для этого пишутся иконы. Вот посмотрите, пожалуйста, мы... Кстати, на Васильева узнаем среди всех вот эта девушка со свечой. Совершенно особое видение мира, совершенно особый персонаж. То есть мы видим автора за его картинами, но чаще всего за иконами мы авторство не видим, потому что это не главное в написании икон. Следующее, посмотрите. Вот два... вида картина, но более картина, хотя нимб изображен, да, и икона патриарха Гермогена. Реалистичность в картине, ну мы берем, конечно же,
не разбираем различные стили искусства, такие как кубизм, абстракционизм и так далее. О них можно говорить более. Давайте ближе к реалистичному стилю. И условность, икона условна. Любые жесты, любые предметы, которые присутствуют на иконе, они несут свою определенную тему, определенное послание, и нужно научиться читать. Нужно знать, что означает икона, что означают жесты и так далее, и так далее. То есть условность иконы – это ее обязательный признак. Посмотрите, вот картина нашего соотечественника Алексея Леонова «Над Черным морем». Да, конечно, это нереалистичная картина, это выдумка, но все равно мы определяем, что это картина. Условности здесь нет, да, такое могло быть, и, вероятно, это представлял себе космонавт Леонов, когда выходил в открытый космос. И икона. Горы. Где вы видели такие горы? Конечно же, нет, только на картине. Господь Иисус Христос в сиянии божественной славы. Опять это условное изображение. Это изображение мандорлы. Они стоят на отдельных таких вершинах гор. Это тоже условное изображение. И вот посмотрите, хотя Мадонна Бенуа Леонардо да Винчи считается иконой, потому что мы видим нимбы над Божьей Матерью и Младенцем Христом, но все же Иверская икона Божьей Матери – это православная икона, она и смотрится как икона. Мы можем восхищаться талантом автора, мы можем умиляться, глядя на Святую Деву и на Младенца Христа, но молиться можно только перед Иверской иконой Божьей Матери, если рассматривать вот эту, вот этот именно сюжет Пресвятой Богородицы и Младенца Христа. Нигде на православных иконах вы не увидите Младенца Христа, значит, как маленького, пухлого, значит, младенца, которому можно только умиляться. Потому что икона имеет другое назначение. Перед иконой молятся, молятся тому образу, который мы видим на иконе. Эмоциональность и чувства автора передаются на иконе. И мы посмотрим и увидим, и узнаем, и, возможно, мы будем правы, возможно, нет. Какие чувства обуревали Васнецовым, да, при написании вот этой картины. Но икона не передает эмоции. Икона бесстрастна. Именно потому, что она несет глубинный скрытый смысл. Ну, посмотрите еще картины. Вот все-таки Саврасовы, «Грачи прилетели», да? Это такое начало весны, которое большинство людей мне тоже не нравится. То есть это еще нет зелени, еще не пробивается солнце, погода плохая. И настроение, конечно же, не то, которое мы видим на другой картине. Здесь тоже весна, но уже чуть-чуть зеленеет листочки, уже сошел лед, уже вода отсвечивает, в воде отсвечивает небо. И эмоционально эта картина более яркая, передает другое настроение. Ну и еще одна подборка, совершенно четко мы узнаем Шишкина. И посмотрите, какие огромные сосны, буйство природы и так далее, и так далее. Любая картина несет на себе отпечаток образа автора. Айвазовский, конечно же, море Айвазовского – это нечто... Это нужно так любить, это море, так знать его, настолько передать вот эти оттенки моря, неба и так далее, что мы, конечно же, узнаем Айвазовского, даже если это кусочек небольшой картины. Теперь вот много говорят, и в некоторых учебниках тоже есть прямая обратная перспектива. Да, конечно, картины, которые мы видим здесь, это прямая перспектива. Что это такое? Это знают, ну, достаточно даже маленькие дети. Если предмет находится далеко от нас, он меньше выглядит. И вот на той картине, где огромная гора, мы видим
ели, в общем, деревья, которые уменьшаются, чем дальше они от нас находятся. Это и есть прямая перспектива. Дорога, убегающая вдаль, сливается с горизонтом в точку, потому что мы видим, что это становится меньше. То есть именно так, как мы видим. Что же на иконе? На иконе более правильно это назвать не обратной перспективой, а как бы вот такое кулисное построение пространственных планов. То есть посмотрите, вот те здания, которые расположены за главными персонажами, изображенными на иконе, они как бы охватывают нас. То есть икона Сретения Господня какой момент нам показывает? Момент, когда Пресвятая Богородица принесла младенца Христа в храм. Для того, чтобы показать, мы говорили уже, что икона – это условное, символическое изображение, что действие происходит в храме. В любом случае, храм изображен, но на заднем плане. А Симеон Богоприимец стоит вот на таких ступенях. И получается, что вот этот задний план как бы охватывает нас, направлены все линии к нам, к человеку, который смотрит на икону, а не от нас, как мы видим в прямой перспективе, когда мы смотрим на картину. Этим достигается то, что мы внимание привлекают именно образы на картине, то есть изображение людей, святых. Еще один момент, который нужно сказать, что все-таки на картине мы изображаем, вернее, мы видим конкретный какой-то момент. Да? Вот момент Рождества Христова. Значит, пришли пастухи, вот все собрались, вот здесь этот момент изображен. Что же мы видим на иконе под тем же названием, да, Рождество Христово? Мы видим и на заднем плане волхвов, которые еще не скоро придут, да? Мы видим ангелов, которые первые воспели песни. Мы видим тех пастухов, которые пришли, значит, поздравить и себя, и Божью Матерь с рождением младенца. И на переднем плане картины, на переднем плане иконы, мы видим женщин, которые купают Христа-младенца. То есть это совершенно другой момент. Мы видим Иосифа, к которому подошел один из пастухов и спрашивает о чем. Да? То есть помимо того, что, посмотрите, мы знаем, что это было в пещере, но опять же пещера как образ расположена на заднем плане, а на переднем плане Пресвятая Богородица и те ясли, в которых лежит Христос. То есть единовременность, множество изображений, множество действий, свойственно иконам, особенно иконам многофигурным, иконам праздников. Цвет. Итак, цвет в картине. Что это цвет в картине? Это окраска предметов, чтобы передать, какого цвета эти картины. Но на иконе цвет несет свой символ, и в частности мы видим на иконах многих мучеников, что они одеты в красный хитон, как символ мученичества. А теперь про свет. Это тоже очень интересная вещь. На иконе всегда присутствует внешний источник цвета, и когда наши дети учатся рисованию, то это самое сложное – увидеть, как у предмета тени расположить. Да? Но на иконах, хотя есть тени, но нет прямого источника света. Светится лик. Свет идет от святого. И там, где нимб святого выписан именно золотом, да, там это более ясно видно, что это свет, исходящий от лица святого. На многих иконах мы видим нимбы, которые как бы выходят за рамки очерченной иконы. Они на поля находят, но это не значит, что
иконописец просто не рассчитал пространство и, значит, это какой-то дефект. Нет, это сделано специально. Вот для того, чтобы показать, что свет от Господа, свет от святого, он исходит из лика и идет к нам, идет в мир. Вот это тоже очень интересно детям показать. Таким образом, я заканчиваю, потому что очень кратенько меня попросили вот эту, рассказать об этом уроке. Здесь вы видите вот те пункты, которые я перечислила. Возможно, некоторые из них дети запомнят. И запомнят в этой таблице, знаю, хочу узнать, узнал, что они узнали, что в голове осталось. 2-3 пункта. А потом, пожалуйста, предложите им 2 изображения. И пусть они в группах или в парах поработают и скажут, вот из этих 2 изображений, какой является иконой, а какой является картиной и почему. Какие пункты из того, что они узнали, они могут здесь применить. Большое спасибо за внимание, у меня все. Коллеги, вопросы? Вопросы, коллеги, если есть, пожалуйста. Вопросов нет. Ну, спасибо. Спасибо большое за внимание. Так, давайте с вами передавать слово уже другим выступающим, но перед этим вопрос. Есть. Я вижу, что у вас на прямой трансляции класс детей находится. Это так надо? Уважаемый Новокузнец, слышите нас? Не слышу. 79-я. Нет. 79-я средняя общеобразовательная школа слышит нас? Опять меня. Сейчас гимназия 6, город Междуреченск, выступать должен. Давайте я вам тогда слово предоставлю, потому что... Итак, Чеканова Галина Николаевна, МГУ гимназия номер 6, учитель начальных классов, Междуреченский городской округ. Ну и вашу тему вы сами обозначите, пожалуйста, вам слово. Позвольте мне рассказать о работе нашей гимназии по духовно-нравственному воспитанию. Любое общество проектирует свое будущее через воспитание. Во все века воспитание было своеобразным механизмом, благодаря которому подрастающее поколение включалось во взрослую жизнь, становилось носителями определенного образа жизни, поддерживало и сохраняло... Меня слышно? Да, слышно. Вас слышно, да? Благодаря которому подрастающее поколение включалось во взрослую жизнь, становилось носителем определенного образа жизни, поддерживало и сохраняло передаваемые традиции и нормы жизни. Именно поэтому педагогический коллектив нашей гимназии видит внедрение курса ОРКСЭ в учебный план как системообразующий элемент духовно-нравственного воспитания. Свою работу коллектив строит, основываясь на запрос родителей, и главными задачами нашей работы является формировать духовно-нравственный потенциал обучающихся, способствовать развитию познавательной деятельности, развивать социальное партнерство с семьями обучающихся, осуществлять методическую работу, направленную на повышение профессионального мастерства педагогов в сфере воспитания и образования, сохранять и укреплять православные традиции, удерживая уважение к разным конфессиям. Постановка данных задач позволила нам иметь четкое представление о том, что гимназия желает получить в качестве результата. Работу с обучающимися мы простроили по следующим направлениям. Воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание духовно-нравственных качеств и этнического сознания, воспитание ценностного отношения к семье, воспитание должного отношения к окружающему миру, воспитание любви и уважения к малой родине. Несомненно, важное место в воспитании отводится урокам курса ОРКСЭ. В содержании учебного курса заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю успешно реализовывать данные задачи. Очень важно,
что при реализации курса ОРКС в рамках соглашения о сотрудничестве города Междуреченска, Новокузнецкой и Кемеровской епархии активно осуществляется взаимодействие образовательных учреждений с представителем Православной Церкви. В связи с этим следует заметить, что связь действительно существует, проецируя следующие данные. 2016-2017 учебный год из двух выбранных родителями модулей «Основы православной культуры и основы светской этики» в процентном соотношении составляло ОПК – 52%, «Основы светской этики» – 48%. 2017-2018 учебный год из этих же выбранных модулей составил ОПК – 56%, «Основы светской этики» – 44%. 2018-2019 учебный год в четвертых классах следующий показатель – 70% ОПК, 30% основы светской этики. Чтобы показать многогранность нашей работы, как в начальной, так и в основной школе, мы выделили 4 блока. Духовно-нравственный блок, гражданско-патриотический, этнокультурный блок, художественно-эстетический. Наполняемость каждого блока зависит от его содержания. Духовно-нравственный блок. Сюда входят модули ОПК и основы светской этики курса ОРКСЭ в четвертом классе. Согласно тематическому планированию, разрабатывается каждый урок в соответствии с требованиями ФГОС. Для того, чтобы уроки были более интересными и продуктивными, создаются проблемные ситуации, выводя детей на дискуссионные рассуждения. Осуществляя работу в направлении краеведческого компонента, учителя проводят экскурсии в храмы города и области. Ведутся беседы с настоятелями храмов. По окончании экскурсии обучающийся заполняет экскурсионный маршрутный лист, где они отвечают на вопросы и вносят свои предложения. Чтобы расширить и углубить уровень знаний у обучающихся, ведется факультативный курс «Подготовка к олимпиадам по основам православной культуры» для 4-11 классов. Показателем достижения обучающихся предмета ОПК является факт участия в конкурсах, всероссийских олимпиадах по основам православной культуры, всероссийских олимпиадах «Наше наследие». Обучающиеся гимназии на протяжении нескольких лет являются победителями и призерами всероссийских олимпиад как на муниципальном уровне, так и на региональном. 2017-2018 учебный год проводились тематические экспозиции через работу в проектной деятельности. Обучающиеся четвертых классов гимназии выполняли проекты с использованием краеведческого материала. Темы проектов: Междуреченск православный, храмы города Междуреченска, внутреннее и внешнее устройство храма, православные иконы, святые имена. Работа была разбита на несколько этапов: место на карте области, индивидуальность, история и традиции, культурная жизнь. Несомненно, что данные работы имели успех, так как с этим проектом познакомились и другие ребята, которые посетили эти экспозиции. Особое место во внеурочной деятельности мы отводим проведению фестивалей, которые проводим не только для своих гимназистов, но и для других обучающихся школ города. Такие фестивали, как День народного единства, рождественские встречи, святые имена, стали традиционными. Положительный отклик был получен и от настоятелей храма Междуреченского округа, так как на все православные мероприятия приглашаются служители церкви. Фестивали являются по своей сути большими, яркими, глубоко содержательными масштабными мероприятиями. Данная форма предоставляет возможность реализовывать свой потенциал, формирует позитивный опыт взаимодействия обучающихся с родительской общественностью, так как и родители, и дети принимают участие в фестивалях. Такие праздники позволяют формировать у ребят, а зачастую у взрослых, позитивное отношение к таким ценностям, как знание о православной культуре. Свои представления о православных традициях обучающиеся гимназии выражают в рисунках, поделках, сочинениях, стихах, рефератах и большим количеством собственных презентаций.
Содержание фестивалей направлено на приобщение обучающихся православной культуры, знакомство с традициями и праздниками. Огромным воспитательным эффектом является изучение православной литературы. В таких произведениях обучающиеся могут увидеть примеры жития святых. Под воздействием прочитанного у ребят формируется понятие о добре и зле, о нравственном идеале. Как правило, чтение православной литературы заканчивается тематическими классными часами, ролевыми играми, литературными праздниками. И как большой результат этой работы является фестиваль «Святые имена». С успехом ведется сотрудничество с городским краеведческим музеем. Следующий блок – это гражданско-патриотический, нацелен на программу воспитания и социализации учащихся гимназии. Данная программа явно просматривается на уроках истории, литературы, географии и не только. Технология «Форсайт» была организована с помощью проекта «Свой город», который проходил на протяжении прошлого учебного года. Гимназия сотрудничала с Новокузнецким строительным техникумом и Новокузнецким филиалом КМГУ. Руководитель проекта – Сибирский институт управления технологий. Результатом проекта – создание атласов 8 новых общественно значимых мест для междуреченцев. Ежегодно проводятся благотворительные концерты, а вырученные денежные средства передаются семьям тех детей, которые находятся в трудных жизненных ситуациях. Активная работа велась в проекте «Поиск». Обучающиеся собирали и передавали информацию по розыску родных, потерявшихся в Великой Отечественной войне. Проводили встречи с участниками Великой Отечественной войны. Создана тесная связь с блокадниками Ленинграда. Во внеурочной деятельности работа была простроена следующим образом. Проводился фестиваль песен о России, фестиваль забытых игр, фестиваль песен ко Дню Победы. Этнокультурный блок был заявлен авторским проектом «Открытый мир». Работа простроена по следующим направлениям. Первое. Ежегодный праздник Евровидения. Сюда входит 5-11 классы. Второе. Лингвистическая школа. Сотрудничество с высшими учебными заведениями. Проведение коллективно-творческих дел. Результат – озвучивание мультфильмов на английском языке. Православный мультфильм «Ангелочек». Перевод православных песен на английский язык. Школьный театральный коллектив «Пятерочный уровень». Постановка обучающих спектакли на английском языке «Доброта спасет мир». Результат работы данного блока – победы на городских театрализованных представлениях, фестивалях, творческих конкурсах, интеллектуальных играх, как заочных, так и очных. Замечу, что в театральных подмостках гимназии принимают участие с 1 по 11 классы. Но это ли не результат наших коммуникативных отношений? Художественный и эстетический блок, в него вошли учителя начальных классов и учитель музыки. Были организованы экспозиции по темам «Рождество», «Святые имена», состоялась выставка детских работ «Ангел». На уроках музыки обучающиеся при изучении раздела «России петь, что стремится в храм» не только познакомились с православной музыкой, но и сами пробовали сочинить песни и кульминационным событием «Битва хоров» 4-5 классов на фестивале «Святые имена». Коллективный характер данных мероприятий способствует развитию дружеских отношений среди обучающихся. Осуществляя методическую работу, направленную на повышение профессионального мастерства педагогов, в гимназии проводятся открытые уроки, мастер-классы, участие в фестивале областных уроков, иоанновских чтениях, участие в семинарах, победа в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» 2016 год. За создание пособия «Изучая основы православной культуры» были отмечены дипломом победителя на муниципальную премию. По итогам работы областной базовой площадки были разработаны 12 уроков для публикации в методический сборник под редакцией КРИП
и ПРО. Принимали участие в рецензировании 6 методических сборников по духовно-нравственному воспитанию из серии «Реализация ФГОС общего образования», издательства «Грип» и ПРО. Каждый урок, каждое занятие, будь оно урочное или внеурочное, это отдельно прожитый и осмысленный промежуток времени. А в совокупе это эти занятия – недостающий элемент большой цепи, которую называем духовно-нравственное воспитание. Впереди еще много работы, но при правильном союзе между гимназией, обучающимися и родителями будут создаваться благоприятные условия для работы в данном направлении. Спасибо за внимание. Спасибо, уважаемые коллеги. Задаем вопросы. Если вопросов нет, Новокузнецк на связи сейчас. Пропадали. Уважаемые коллеги из Новокузнецка. 79-я средняя общеобразовательная школа. Сейчас, наверное, да. Так, сейчас, секундочку, уточню, есть ли у нас вопрос, нет. Так, в связи с проблемами со связью, давайте слово тогда следующему выступающему предоставлю. Следующее выступление. А вот, вот вопрос у меня есть. 93 ступени, нет? Вообще вот здесь вы всех видите, кто есть. Новокузнец появился? Нет. То есть они пришли, потом опять отключились. Хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я Анкудинова Татьяна Леонтьевна, руководитель муниципального методического объединения учителей ОРКСЕ Тавкинского муниципального района. Сегодня я хочу поговорить вам о преемственности между предметными областями ОРКСЕ и ОДНК. Ну и начать, наверное, хочу с того, что вы все знаете. ОРКСЕ – это учебный предмет в 4 классе, преподается он 1 час в неделю, введен с сентября 2012 года в школах России. ОДНКНР – это предметная область, логическое продолжение акции, обязательный элемент. Потом Белова, потом опять мы. Учебного плана российской школы на уровне основного общего образования с 2015 года. Цели этих предметных областей во многом совпадают. Обеспечение знания норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества, установление российской государственности, воспитание и способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, воспитание веры в терпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взгляд людей или их отсутствие, понимание значения нравственности, веры, религии, жизни человека, семьи и общества. Содержание предметов культуроведческое, обустроено по постижению младшими и старшими подростками взаимосвязи культуры и религии. Культура как возделывание себя и мира, пространство поиска смысла, целостного поля, в котором существуют люди. А религии как связь единения верующего с Богом и веры как образа особой духовной жизни. Методика постижения содержания новых предметов диалог, обсуждение и понимание, переживание ценностей культуры, знаков и символов мира, жизненного пути человека в пространстве культурного сценария, личной биографии, социальной реальности и истории. Образовательная область ОДНКНР является логическим продолжением курса ОРКСЕ начальной школы. В целях обеспечения преемственности с курсом ОРКСЕ, изучаемым в 4 классе, освоение предметной области в основной школе целесообразно начинать именно с 5 класса. Целесообразным также является включение тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания в рабочие программы
учебных предметов, курсов и иных образовательных областей, например, учебный предмет «Обществознание», «История России», «МХК», «Музыка», «Изобразительное искусство». Хотелось бы отметить, что курс основан на полностью светских внеконфессиональных принципах. Он призван дать широкую картину того, как исторически развивалось понимание людьми нравственности и духовности, а также выявить общее ядро этических представлений, которое сложилось во всех национальных, религиозных и нерелигиозных культурах. Исходя из этого, преемственность в изучении курсов «Арксе» и «Истории» выстраивается в последующем направлении. Изучение культурных и религиозных традиций народов России и мира. Формирование навыков ведения конструктивного диалога. Освоение базовых общечеловеческих ценностей и нравственных норм. Поскольку отличительной чертой курса АКСЭ является приоритет личных результатов обучения над предметными и метапредметными, целесообразно рассматривать преемственность именно в личностном аспекте, то есть с точки зрения освоения базовых общечеловеческих ценностей и нравственных норм. Деятельность по сопровождению курса АКСЭ организуется на основе муниципального плана через проведение системы консультаций, семинаров, мастер-классов, профессиональных и ученических конкурсов. Вот один вы видите у вас на слайде, наш уже постоянный конкурс «Рождественские истории», в котором принимают участие ученики общеобразовательных школ, и проводится он на базе одной из воскресных школ города Тапки. Также организация мониторинговой деятельности, изучение общественного мнения. И опорой этой системы является сотрудничество с общественными организациями православной конфессии и, собственно, человеческий фактор – доверие в отношениях директоров, учителей, священников, родителей, ну и само собой, разумеется, детей. Примером является сотрудничество методического объединения учителей АРКСЭ Тапкинского района, преподавателей воскресных школ и священников, особенно священника отца Александра, храма святителя Николая города Тапки. Информационно-методическое сопровождение ведения предметной области ОДНКР осуществляется муниципальным методическим объединением Тапкинского муниципального района. С целью создания условий для реализации предметной области в общеобразовательных организациях района запланирована и осуществляется следующая работа. Организация ежегодного мониторинга реализации предметной области ОДНКР в школах муниципалитета. Разработка учебно-методических ресурсов для реализации курса. Организация мероприятий профессионального развития педагогов по реализации предметной области. Развитие сотрудничества с учреждениями культуры и традиционными религиозными конфессиями. Вот здесь на слайде вы видите одного из наших замечательных преподавателей, Алексея Галину Ефимовну, и вот фрагмент урока «Основы православной культуры», отец Александр, который пришел поблагодарить и наградить победителей конкурса, и, в общем-то, в равной степени на этот конкурс с одинаковым удовольствием выходят как мальчишки, так и девчонки. И эти встречи, они действительно очень доверительные, очень эффективные. И отец Александр не пытается как бы навязывать, насильно приобщать к религиозным ценностям. Он действительно очень мудрый человек, он замечательный священник и находит темы для обсуждения, именно связанные с вопросами культуры, то есть общечеловеческие ценности в приоритете всегда, когда происходит это общение. Выявление лучшего опыта учителей школ по интеграции предметной области АКСЭ в образовательное пространство через содержание духовно-нравственного развития и воспитания. Реализацию преемственности с предметной областью основы религиозных культур и светской этики. Опытом своей работы на областном семинаре делилась преподаватель АКСЭ Мищенко Евгения Владимировна. И уже в октябре 2018 года, то есть в этом учебном году, еще один замечательный преподаватель Калакухова Марина Михайловна, которая много лет была директором воскресной школы, точно так же представляла свой опыт работы, если кто-то смотрел в октябре 2018 года по созданию музыкального театра.
и инсценирование постановки спектаклей тоже православной, а главное духовно-нравственной направленности. В нашем муниципальном методическом объединении работают всего 23 учителя. Больше всего, примерно треть, это учителя начальных классов, далее четверть учителей истории, пятая часть учителя русского языка и литературы, потом 10% учителя географии и по 4% приходится на учителей физики, музыки и дополнительного образования. Посмотрите, как следствие этого, что более половины это все-таки учителя из основной и средней школы, родители и дети выбирают основу светской этики. И вот не случайно выбор именно этого курса, потому что преемственность в изучении данной дисциплины, данного модуля, она находит свое отражение и на уроках истории, и на уроках обществознания, и на уроках литературы. Плюс, когда новый учитель раз в неделю приходит в четвертый класс, потом, когда дети возвращаются к этому учителю уже в пятом классе на основные предметы, процесс адаптации проходит гораздо проще, гораздо легче. И это отмечают и дети, и родители. Ну и два года подряд появился у нас еще один модуль. Выбирают его в двух школах. Это основа мировых религий. Ну, время покажет, насколько, в общем-то, этот выбор не случайен и насколько, как надолго он закрепился вот на нашей территории. В настоящее время учителями методического объединения накоплен и обобщен опыт работы по преемственности между курсами АКСЭЙ и История. На уроках истории древнего мира в пятом классе закрепляется и углубляется понимание ответственности как показание личной зрелости. В шестом классе, в курсе истории России, мы актуализируем проблему нравственного выбора в конфликтной ситуации при изучении, например, такой темы, как расцвет древнерусского государства, когда рассматриваем междоусобицу сыновей Владимира I. В курсе истории России шестого класса подростки могут на историческом материале глубже осознать трудность и неоднозначность реального выбора между добром и злом. Почему Александр Невский, спасший Русь от натиска рыцарей крестоносцев, жестоко подавлял восстание против ордынцев? Кто же он? Герой или предатель? Можно ли смириться с меньшим злом? Или всегда нужно стремиться к безусловному добру? От чего зависит наш выбор? А бывает ли вообще добро или зло безусловно? Отвечая на подобные вопросы, шестиклассники не только глубже понимают исторический процесс, но и анализируя поступки исторических деятелей, учатся вносить обоснованные этические суждения, усваивают определенные нравственные нормы и социальные навыки. И, кроме того, мы сами, учителя, когда готовимся к преподаванию этого курса, причем и истории, и основ духовно-нравственной культуры народа России, мы сами учимся в первую очередь у тех, кто более подготовлен, чем мы, и это точно так же преподаватели воскресных школ. Мы неоднократно выезжали в храмы сами, преподаватели, на экскурсии для того, чтобы, опять же, понять, как правильно себя вести в храме, как общаться с верующими людьми, чтобы они не обидеть, не оскорбить, не задеть их чувства. И это тоже дает результат. То есть мы не просто говорим, вот есть такой-то храм, есть такое-то понятие, как иконы, но и дети видят, что мы сами заинтересованы, мы сами идем и получаем новые знания, а потом передаем уже их далее. Таким образом, преемственность в изучении курса по акции истории с целью достижения позитивных личностных результатов выстроена исходя из следующих принципов. Освоение базовых общечеловеческих ценностей и нравственных норм осуществляется в процессе активной познавательной деятельности. Активной, еще раз подчеркну. Это анализ исторической ситуации, это работа с текстом, дискуссия, решение познавательных задач исторической тематики, но с обязательно с нравственным содержанием. Вместо назидательности – создание дидактических условий для формулировки самостоятельных суждений подростков в соответствии с определенными ценностями и нормами. Не бывает правильных и неправильных суждений. Бывает собственное мнение, искренне высказанное ребенком, которое тот может корректировать при получении дополнительной информации. И, само собой разумеется, связь ценностного содержания исторического материала с актуальными задачами развития подростков. Тема станет интересной,
если ребенок будет понимать, а зачем она вообще нужна, а каким образом она касается тех событий, которые происходят сегодня у нас в регионе, в мире, в стране. Курс ДНК-НР преподается в 5 классе во всех школах муниципалитета. Как самостоятельный предмет он изучается в более чем половине школ. Две школы преподают этот предмет как интегрированный модуль, интегрированные такие дисциплины, как литература, история, обществознание. И три школы преподают его через внеурочную деятельность. Для сохранения преемственности в 4-5 классах рекомендуется реализовывать новую предметную область через занятия по предметной области ОДНК, учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности региона России. Включение в рабочие программы других учебных предметов курсов дисциплин, других предметных областей, тем, которые обязательно будут содержать вопросы духовно-нравственного воспитания. Включение занятий по предметной области ОДНК-НР во внеурочную деятельность в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся. Принятие решения о реализации предметной области отнесено к компетенции школ. Руководители школ должны обеспечить взаимосвязь трех направлений реализации предметной области – школьный компонент, внеурочная деятельность и интеграция в содержание предметов. И преемственность ОДНК-НР на основе основного общего образования от 5 к 9 классам. В ближайшие 2-3 года эффективным решением обозначенной проблемы должно стать выявление положительного опыта учителей школ, описание и передача его всем заинтересованным и поощрение лучших. В этот же период на уровне школ предстоит решить задачу интеграции предметной области РЦ в образовательное пространство школ через содержание программ духовно-нравственного развития и воспитания, через преемственность с предметной областью основы духовно-нравственной культуры народа России. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы. Коллеги, вопросы? Если вопросов нет, спасибо за внимание. Так, следующая выступающая у нас идет Веревкина Надежда Викторовна, учитель начальных классов по Сошкову России, Мурдинский муниципальный район. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Веревкина Надежда Викторовна, я учитель начальных классов МГУ СОШ номер 7 города Мариинск. Мне бы хотелось поделиться с вами опытом работы нашей школы в вопросах преемственности двух предметов – ОРКСЭ и ОДНК. Поскольку мы с вами живем в стремительно развивающемся мире, среди регулярных изменений во всех сферах человеческой деятельности, соответственно, и мы должны меняться и развиваться в ногу со временем. И здесь важно не утратить нравственные ценности, духовный опыт родной страны. Важно научиться слушать и уважать тех, кто отличается от нас. Чтобы гармонично существовать в мире, нужно познавать его во всем многообразии. Поэтому одной из важных задач образования является формирование нравственной, духовно богатой, толерантной личности. И данную задачу, безусловно, помогают решить предметы культурологического цикла. Место предметной области основы духовно-нравственной культуры народов России определено Федеральным законом образования в Российской Федерации и другими нормативными документами и методическими рекомендациями федерального уровня. Однако, исходя из имеющихся условий, подход к ведению данной предметной области, его месте в учебном процессе для каждой образовательной организации во многом остается творческим. В нашей школе духовно-нравственное направление реализуется с помощью программ учебных предметов и программ внеурочной деятельности. Преемственность заложена в самих программах духовно-нравственного направления, представляющих общие цели и задачи, но останавливаться на них я уже не буду, поскольку коллеги озвучивали уже их. Пройдемте дальше. Учебный предмет ОРКСЭ учащиеся начинают изучать в 4 классе, 1 час в неделю. На протяжении нескольких лет с момента введения данного предмета родителями наших учащихся выбирался в основном модуль «Основы светской этики».
за два последних года тенденция изменилась, и вводится модуль «Основы православной культуры», избирается родителями. И это говорит о том, что к предмету стали относиться с интересом и понимают важность изучения воспитания подрастающего поколения. В работе мы используем УМК издательство «Просвещение». В печатном виде также используем электронные образовательные ресурсы. Данный предмет позволяет сформировать первоначальное представление о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. Учащиеся учатся принимать решения, поступать в соответствии с нормами морали, приобретают новые нравственные качества, делятся своим опытом и с гордостью рассказывают о своих близких, о семейных традициях. Учащиеся творчески подходят к выполнению различных заданий, представляют проекты и делятся с одноклассниками своими знаниями. Такой приобретенный опыт работы будет для них полезен и на других предметах, и в жизни в целом. Основы духовно-нравственной культуры народов России изучаются в 5 классе, имеют комплексный характер, знакомят учащихся с основами различных мировоззрений и опираются на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ, опирается на полученные уже детьми знания, тем самым понижая уровень сложности и вопросов преемственности. В нашей образовательной организации учебный модуль ОДНКНР, состоящий из 10 тем, решением педагогического совета включен в учебный предмет обществознания в 5 классе. Обучение проводится с использованием УМК издательства «Просвещение» под редакцией Леонида Наумовича Боголюбова, Натальи Федоровны Виноградовой и так далее. Тематика данных предметов перекликается, поэтому мы посчитали уместным дополнить обществознание данным модулем. Помимо изучения многонационального состава народов России, мировых религий и формирования толерантного отношения к людям другой национальности и веры, учитывается при изучении данного блока и региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации. Более углубленно рассматриваются вопросы духовно-нравственного воспитания. Конечно, 10 учебных занятий для этого, безусловно, недостаточно. Поэтому составной частью для развития воспитания и социализации учащихся является осуществление внеурочной деятельности. В нашей образовательной организации она представлена следующими программами, способствующими развитию учащихся проявлений духовности, ориентированные на доброту, любовь, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие. Вы как раз видите на слайде программы для 1 класса по духовно-нравственному воспитанию и программы для 5 класса. Цель программ внеурочной деятельности – это формирование гражданской позиции, патриотических чувств, любви к прошлому, настоящему и будущему своей семьи, школы, города на основе изучения традиций, литературы, культурного наследия, воспитания нравственных, культурных, духовных и творческих качеств личности, обучение основным правилам культуры жизнедеятельности и самостоятельному принятию решений в различных жизненных ситуациях. Предметная область ОДНКНР широко представлена в том числе через реализацию образовательных программ путем взаимодействия образовательных организаций, учреждений дополнительного образования и библиотек. Наиболее продуктивными технологиями преподавания предметной области ОДНКНР являются проектная и исследовательская деятельность, личностно-ориентированное обучение. Такие работы мы начинаем с ребятами создавать в 4 классе, естественно, пропедевтически составляем уже начиная с 1 класса на занятиях внеурочной деятельности, обучаем детей составлять проекты и исследовательские работы. И выходим уже на различные конференции, сначала, естественно, школьные, между классами и уже позже на муниципальный уровень и далее. В результате такой работы учащиеся смогли проявить свои творческие интеллектуальные способности, применить полученные знания, участвуя в различных конкурсах, вы видите на слайдах, где дети принимали участие, научно-практических конференциях, викторинах и олимпиадах, и стать не только участниками, но и победителями и призерами. Методическая работа позволила добиться высоких результатов не только в творческих достижениях учащихся,
ну и достижение образовательных результатов в вопросах изучения духовно-нравственных ценностей, отечественной культуры и историко-культурных особенностей региона, позволило привлечь к совместной работе и родителей учащихся. Проведенные в рамках классных часов православные праздники позволили напомнить участникам об их истоках и традициях православного народа. Таким образом, в нашей школе образовательную деятельность по УДНКНР осуществляют через учебные предметы, внеурочную деятельность, и кроме того, создаются условия для интеграции в другие предметные области. Ну, и в заключение хочется сказать, что преемственность и творческий подход в изучении предметной области УДНКНР дает возможность педагогу ориентироваться именно на те условия, которые существуют в каждой образовательной организации. И также, используя местные условия в районе микрорайона, какие дополнительные учреждения расположены, мы этим пользуемся и работаем в сотрудничестве совместно с ними. Большое спасибо за внимание. Спасибо. Если есть вопросы, слушаю. Коллеги, вопросы? Если вопросов сейчас нет, давайте тогда слово передадим. Прокопьевск на связи сейчас с нами? Готов выступать? Прокопьевск. Давайте слово предоставим. Дальше по программе идет Конотопкина Наталья Владимировна, МГУ, школа номер 70, учитель ОВЦ, Прокопьевский городской округ. Пожалуйста. Ну, приветствую всех коллег. Преемственность в содержании предметных областей ОРКС и ОДНК, мне кажется, ну, что такое преемственность? Преемственность – это когда новое сменяет старое, оставляя элементы в себе старого. И мне кажется, духовно-нравственное воспитание, оно не может быть без преемственности. Конечно, оно одно дополняет другое. Только то в человеке прочное и надежно, что всосалось в природу его, в его первую пору жизни. Меняется современный мир, меняется образование, меняется общество. И вот изменить актуальным становится изучение культурологических курсов, основы религиозной культуры светской этики и основы духовно-нравственной культуры народов России. Что является целью... Коллеги, извините, я немножечко вмешаюсь. У Прокопьевска 32-й зависло изображение. Да. То есть, если это критично, то лучше переподключиться. Кому бежать? Давайте уже. Формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России, уважение к ним. Если мы рассмотрим каждый курс отдельно, то что мы видим? Что... Что цель... Прокопьевск, у вас нет изображения. Да-да, мы сейчас постараемся исправить. Слышно нас, да? Слышно, да. Предметы объединяют фундаментальные культурологические понятия, культурная традиция, мировоззрение, духовность и нравственность, от них зависит. Почему? Составляющие общую духовную культуру. Говорите до конца. Можно говорить, да? Да, конечно. С начала введения в школах нового учебного курса ОРКС наша школа старается создать условия для реализации творческих возможностей и потребностей учащихся в научно-исследовательской деятельности. Когда появилась неурочная деятельность в школах, то с первого класса у нас реализуется духовно-нравственное направление, ведутся занятия, для которых разработана специальная программа «Уроки доброты». Занятия называются «Дорогой добра», первый, второй, третий класс. Когда мы переходим в четвертый класс
и появляется курс УРКСЭ, то у ребят уже сформировались какая-то шкала нравственных ценностей и приоритетов. Дом, семья, родина, друзья, труд, творчество, долг, ответственность. И очень легко перейти к расширению этих тем, потому что там мы уже рассматриваем с точки зрения традиций народов России, религий народов России. В основном в нашей школе преподается курс «Основы православия». Одним из самых интересных видов деятельности, который охватывает максимально большое количество детей, это, конечно, является проектная деятельность. И поэтому с ребятами мы на уроках собираем материал, очень много рисуем, очень много ищем интересного в разных направлениях. Например, изучаем храмы Кемеровской области, изучаем культурологические ценности города Прокопьевска, достопримечательности города Прокопьевска. Весь материал мы этот потом сшиваем, и у нас получаются небольшие книжки. Ребята предложили все это не просто, чтобы у нас хранилось, а чтобы это получило продолжение в выступлениях. Мы выступаем перед учащимися третьих классов, чтобы им было понятно, на какой курс они войдут в четвертом классе. Мы показываем ребятам, показываем все свои достижения, все наши работы на родительских собраниях. Мы выступаем на научно-практических конференциях. Очень часто в школьных конференциях ребята берут такие темы, как храмы, соборы, церкви города Прокопьевска, храмы Кемеровской области. В этих работах принимают участие еще и родители. То есть дети работают вместе с семьей, что очень важно, когда родители вместе с детьми работают и дети вовлечены в весь этот процесс. Книжки у нас совершенно разные. Рассказы о добре, книга добра 4 класса, богатство города, его жители города Прокопьевска известные. Потом ребята решили пройти в первый класс, и когда к Дню Победы готовились ребята, вся школа готовилась к Дню Победы, там в первых классах мы решили с пятым классом организовать небольшие мини-проекты. Книга памяти. Собрав эти проекты, был объявлен конкурс на оформление обложки этого проекта. Ребята, победившие в этих проектах, в этом конкурсе, их обложки стали обложками книг, которые назывались «Книга памяти 1 А класса», «Книга памяти 1 Б класса». И эти книжки тоже стали достоянием всей школы, потому что ребята ходили и рассказывали о дедушках, о участниках Великой Отечественной войны. Я считаю, что очень важно, чтобы курс ОРКСЭ имел продолжение в курсе ОДНК в пятом классе, потому что формирование духовно-нравственных ценностей имеет очень важную роль в воспитании подрастающего поколения. Спасибо за внимание, коллеги. Извините, что у нас тут большая... Спасибо. Значит, коллеги, вопросы будут. Выступление интересное было, несмотря на все эти проблемы с передачей видео. Вот к Прокопьевску предложение. Вот сейчас я немножко по поводу выступления Дарья Владимировна скажу, и потом вы переподключитесь, пожалуйста, хорошо? Да, хорошо. Да, переподключитесь, сейчас секунду, не отключайтесь пока. И пока вы переподключаетесь, у нас все равно выступает Белова сейчас, Чайникова Лариса Владимировна. Перед тем, как ей слово передать, я бы хотел вот обратить внимание уважаемых коллег на то, что вот,
Наталья Владимировна, что вот мне понравилось. Потому что тоже хочу, прошу простить меня, потому что я вот этим направлением недавно занимаюсь. Мне вот вынуждена Наталья раньше этим всем Светлана Викторовна Трофимова. Сейчас получается, что вот НКНР передали мне, я вот исполняю обязанности секретаря ТОМО. И вообще, кто знает, я курирую историю, вообще историю обществознания. Вот обратил внимание на такой момент в плане выступления. Вот Наталья Владимировна, «Книга добра», правильно я услышал, да? Да, правильно, да. Вот, «Книга добра». Вот можете несколько слов сказать, что это вообще за проект? Потому что мне кажется, это интересно, и коллегам со всех территорий интересно, что это, как будет его реализовать. Очень жалко, что вы меня не видите, потому что я бы показала вам всю эту книжечку, которую мы шили. Мы с ребятами сначала провели такое тестирование в семьях, в школе, среди учителей, что такое добро. Ребята сами продумали вопросы и задавали вопросы и детям, и дома, что побеждает, добро или зло. У нас эти анкеты в эту книжечку тоже вошли. Надо ли прощать зло? Вопросы были такие. Как вы относитесь к добру? У меня, конечно, эти книжки немножко неформатные, потому что я не стала придерживаться определенного формата. Здесь кто-то писал, кто-то напечатал, кто-то раскрасил фломастерами. То есть, но ребята принимали очень активное участие. И это, мне кажется, самое главное, потому что они работают с интересом. Мы с ребятами обговаривали, что же еще можно вот в эту книгу доброты поместить. И у нас другое направление было. Скороговорки, пословицы о добре, рисунки очень интересные, яркие о добре. Как жалко, что не видят, потому что это правда очень интересно. Ну, давайте, вы можете это все показать. Сейчас вот вы переподключитесь и вот продемонстрируйте все. В общем, закончите свое выступление нормально. Я считаю, что вам можно предоставить еще время. Так, и еще вопрос. Сразу, что когда вы будете показывать, перед тем, как я опять слово Ларисе Владимировне передам, вот книга памяти, вы сказали, вот у вас по каждому классу была книга памяти первого, там второго, первого и так далее. Это вы тоже можете показать? Да, все здесь у меня есть, да? Хорошо, могу тогда показать? Давайте продолжим после выступления Ларисы Владимировны, то есть вы Прокопис продолжает, там вы заканчиваете с видео и дальше передаем слово другим коллегам с Прокописка. Итак, Чайникова Лариса Владимировна, учитель истории обществознания МГУ, лицей номер 22, Беловский городской округ. Пожалуйста, вам слово. Так, вас не слышно. Микрофон включите у себя. Не слышно. Лариса Владимировна. Проверку не делали. Так, ну сейчас попробуем. Слышно стало? Слышно, да? Хорошо. Здравствуйте. Спасибо. Здравствуйте. Добро пожаловать в систему конференции. Вообще отключились, как почему? Вылетели. Здравствуйте. Добро пожаловать в систему конференц-связи. Для присоединения к конференции используйте управление удаленной камерой на пульте. Отключились. Вы меня слышите? Да, мы да, слышим. Слышим. Все, вас сейчас замечательно видно и слышно. Мы еще презентацию хотим. Презентацию, да, и можно начать выступление. Все, да? Презентацию видно. Все. Видно, да? Надо запустить. Давайте. Все, да? Так, все, слышно меня?
Хорошо, что-то спасибо. Так, давайте дальше. На протяжении многих лет наш педагогический коллектив осуществляет целенаправленную работу по духовно-нравственному воспитанию обучающихся. И, в частности, вот с 2014 года создана программа духовно-нравственного воспитания, которую мы и реализуем за счет, конечно же, курсов ОРКСЭ, ОДНКНР и внеурочной деятельности и целого ряда, целой системы воспитательных мероприятий. Вот в данном случае я могу представить вашему вниманию некоторые аспекты реализации данной программы и, самое главное, конечно, ее результативности в вопросе преемственности в учебно-методическом обеспечении курсов ОРКСЭ и ОДНКНР. Кроме учебной деятельности, первый момент, на котором мне бы хотелось остановиться, является то, что программы, все, которые представлены сейчас вопросов духовно-нравственного направления, у нас реализуются, во-первых, на гендерном воспитании. Поэтому вот для основной школы разработаны у нас программы и для мальчиков и девочек 5-8 класса. Например, как стать настоящим мужчиной, это уже и девочки, и девушки уже для 9-11 класса. Те воспитательные мероприятия и целая система воспитательных мероприятий, которые мы можем здесь вам представить, они в том числе отражены на нашем сайте, который вы всегда можете посетить, посмотреть по достаточно удобной навигации. И в данном случае вот на некоторых мне бы хотелось остановиться. Один из моментов, который мы реализуем через и внеурочные курсы, и систему мероприятий, это взаимоотношения с нашим православным приходом поселка, воскресной школой. И все это идет в том числе в реализации курса «Традиции моего народа». Здесь у нас представлены три курса: «Русь православная», «Письменность Древней Руси» и система мероприятий «Вера, знание, книга». В данном случае я бы хотела обратить внимание на особый, очень интересный момент, который реализуется у нас на протяжении нескольких лет. Это прекрасное наше мероприятие «Библионочь», в которой мы реализуем различные формы и мероприятия для детей. Здесь участвуют и родители, и взрослые, и учителя. И вот несколько лет назад у нас к «Библионочи» добавилась еще «Библионочка». Это уже для начальной школы. Целый цикл мероприятий, которые мы можем представить далее, это родительский мастер-класс. Целая серия родительских мастер-классов. Это мероприятия, которые у нас охватывают всю параллель и начальной школы, и среднего звена, и старшего звена. Они всегда тематические, проходят очень интересно. Вот представлены сейчас на слайде, например, прошлый год, когда мы посвятили нашей доблестной армии. И, конечно, одно из очень важных направлений во внеурочной деятельности, в том числе, это защита учебных проектов. У нас ежегодно в лицее проходит публичная защита учебных проектов и исследований, начиная с 1 по 10 класс. Здесь не является исключением, конечно же, 9 и 11 классы, потому что для 9 классов, в частности, есть защита профиля. Ну вот из последних трендов, которые мы можем назвать для нашей деятельности, это, конечно же, экология. У нас большая территория вокруг школы, и вот экологическое направление стало для нас одним из самых интересных и важных. Сейчас вы видите это представленные территории, как она преобразилась, например, на фотографии около нашего здания, и вот все это вылилось в этом году в создании газеты «Легкое дыхание», экологической газеты, малотиражной газеты в нашем лицее. Немаловажным фактом является то, что сотрудничество и реализация во внеурочной деятельности с детьми, с родителями нашло отражение у нас, кроме «Библионочи», которую я уже упоминала чуть выше, это курсы и
систему мероприятий на популяризацию чтения и библиотеки. Читать модно, эта система бесед, в данном случае, представленная на слайде, нашла отражение в деятельности студии художественного чтения «Тусовка». Сейчас ребята уже в 10 классе. Ну, вот здесь они представлены в цикле мероприятий, которые они разработали, в том числе с дистанционным курсом «Взрослеем с книгой», где они работают в том числе и по драматическому повествованию, это спектакли, с которыми они выезжали на гастроли, в том числе по городам Кузбасса, и, например, снимают буктрейлеры. Это те видеоролики, которые можно посмотреть на нашем сайте, пройти по ссылке «Новости» и «Новости событий объявления». Ну и, конечно, вот одна из самых веселых, хороших наших акций. Это праздник русской души. Это одно из кафедральных мероприятий. У нас кафедры занимаются разработкой разных мероприятий, в том числе, которые я упомянула. И вот русская душа, в них стоит, конечно же, праздник русской души, в них стоит, конечно же, особняком. Еще один тренд, который мы поддерживаем, и стал он новым действительно и в деятельности, в первую очередь, детей и нашей и родительской, и учительской общественности, это музейное дело. Конечно, этот курс уже внеурочных мероприятий и внеурочной деятельности, он с 5 класса, то есть здесь понятно, что нужны и знания, и какие-то уже навыки. И вот в данном случае здесь у нас представлены две экспозиции, два музейных фонда. Это музей истории школы и вот на данном слайде музей истории науки и техники. Особо были популярны выездные выставки музея, в результате которых мы посетили несколько городов Кузбасса. Поэтому то, о чем уже говорили коллеги, в данном случае, конечно, это у нас безотмеченная система, оценочной деятельности у нас нет, но вот, наверное, самые лучшие оценочные суждения здесь можно по нашим детям провести. И показателем, конечно, является, что кроме двух курсов обучения, программы воспитательных мероприятий, вот 100% детей у нас охвачено этой деятельностью, и она, безусловно, очень востребована. У меня все, спасибо, коллеги. Пожалуйста, если есть вопросы. Раз вопросов не возникло, тогда обратно я слово. Спасибо большое, Лариса Владимировна, за выступление. Спасибо вам. Так, слово передается тогда опять коллегам из Прокопьевска. Прокопьевск, вы на связи сейчас? Так, я выключаю микрофон. Так, если на связи Прокопьевск? Слушайте меня, Прокопьевск. Да, мы вас слышим. Пожалуйста, тогда вам слово. Давайте с вами. Можно, да, можно показать, да? Ага. Ну, я бы еще раз хотела извиниться и сказать то, что вот книжечки у меня, вот они выглядят вот так. Вот так выглядят, да. Значит, книга памяти, да? Нет, нет. Это я книгу добра вам показываю. Вот так. Значит, что хочу сказать. Ребята, вот кто-то написал от руки, а кто-то напечатал. Я сначала долго думала, думаю, наверное, все-таки нужно как-то в одном формате, чтобы это было красиво. Но решила, что дети занимаются, детям интересно, поэтому это, наверное, самое главное и важное в наших предметах. Поэтому не у всех есть возможность распечатать, не всем помогают родители. Поэтому книжечка «Книга добра» выглядит 4 класса вот так. Обложка, это проходит такая конкурсная у нас система, и ребята все принимают участие. Самое интересное в самом начале книги размещено, а остальные обложки, они тоже попадают в книгу, только они в виде оформления книжки находятся в середине. Что мы сделали? Мы проводили анкетирование с ребятами, ну я уже говорила, да? И вот эти анкетки наши тоже попали, то есть как люди отвечали. Даже вот здесь есть анкета, где просто прохожий отвечает, что победит добро или зло.
в семьях проводили поток, чтобы как-то книгу эту напомнить. У нас дальше работа проводилась, мы подбирали пословицы, скороговорки о добре. И один проект у нас был, такой мини-проект, это надо было со словом «добро» придумать какую-нибудь игру, занятие. И вот ребята, которые победили в этом, тоже работы были их размещены. Вот кто-то стихи принес, «Закон доброты» стихотворения. А вот одна девочка, Диана, например, она придумала рассказ, где слово «добро» встречается несколько раз. И я очень часто теперь это использую этот рассказ на уроках, потому что я зачитываю этот рассказ, и ребята должны посчитать, сколько раз слово «добро» встречается в этом рассказе. Ну, ребенок очень активное участие в этом принимал. Я думаю, что это тоже, конечно, очень полезно. Ну, вот что еще показать. Здесь, значит, ребята рисовали сказку, кто-то принес, кто-то скороговорки. Рассказ, почему дедушка сегодня такой добрый. Вот такие рисунки. Все это помещается, и получается из мини-проектов получилась вот такая книжечка у нас. Теперь, значит, так как на уроках, наверное, каждый учитель очень много работает с притчами и с рассказами, ребятам было дано задание найти притчи и рассказы какие-то новые, те, с которыми мы не работали. И мы тоже так вот рассказы о добре, материалы собраны учащимися 3-4 классов, вот такая книжка у нас появилась тоже. Здесь тоже формат разный. Ребята, что находили, то и принесли нам. Все это собирается. Вот покажу храмы Кемеровской области. Вот такая тоже книжечка у нас. Здесь тоже конкурс на конкурсной основе. Обложку девочка 5 класса выиграла. И книжечка оформлена с помощью ее. Так, богатство города жителей Прокопьевска. У меня очень много таких книг, но я просто их все принести не могу. Есть православные праздники. Сейчас у нас книга опять собирается «Достопримечательности города Прокопьевска и досуг жителей города Прокопьевска». Вот такая книжечка. Это уже девочка участвовала в научно-практической конференции. Тема храма, собора и церкви города Прокопьевска, где она принимала участие вместе со своей семьей, с фотографиями, книга. У нас таких вот с научно-практических конференций тоже очень много, там, ну, очень тяжело нести их, они тяжелые. Вот эта программа «Уроки доброты». Плохо видно, наверное, да? И вот книга памяти, которую здесь обложку нарисовала девочка 5 класса, материал собирали учащиеся 5 класса, а, конечно, оформляли дома вот эти странички. Это ребята вместе с родителями 1 класса о своих дедушках. Что-то плохо видно, я никак не могу видеть. Вот. С фотографиями. То есть каждый малыш 1 класса принес какой-то материал. И все это мы вложили вот в эту книгу, которая называется «Книга памяти 1 А класса». Я тоже только 1 класса принесла, потому что тяжело еще вынести. Спасибо большое. Все, что могу показать. Спасибо. Вопросы? Так, если вопросов нет, тогда давайте я слово предоставлю. Прокопьевск еще же будут выступающие, правильно? Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Людмила Юрьевна Планянкина. Я хочу немножечко рассказать о преемственности в изучении курсов ОРЦ, ОДНК, НР и интеграции на своих уроках изобразительного искусства, потому что основные часы, которые я веду в школе, это изобразительное искусство и вот плюс духовно-нравственное направление, которое мне интересно, в котором мои дети раскрываются с разных сторон. Изучение предметных областей основы религиозной культуры, светской этики и основы духовно-нравственной культуры народов России предполагает формирование
у школьников некой необходимой культуры развития личности в обществе и преемственность в изучении ОРКСИ и ОДНК-НР, а также вопросы интеграции по курсу ОДНК-НР с другими учебными предметами, на мой взгляд, целесообразно выстраивать по следующим направлениям: изучение культурных и религиозных традиций народов Кузбасса, России и мира в целом, освоение общечеловеческих ценностей и нравственных норм, формирование коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий учащихся. Примерный учебный план основного общего образования предусматривает изучение предметной области ОДНК-НР в 5 классе в нашем учебном заведении, в том числе в качестве модулей в составе других предметов – история, обществознание, литература, музыки, изобразительного искусства. Соответственно, предусматриваются различные варианты преемственности. К примеру, в аспекте преемственности образовательных результатов курса ОРКСЭ в начальной школе, допустим, по модулю мировых религиозных культур в процессе освоения образовательной программы по изучению изобразительного искусства и ОДНК-НР в основной школе, где тема уроков перекликается и более глубокие и расширенные. Моя педагогическая практика осуществляется на занятиях по курсу ОРКСЭ, ОДНК-НР и на уроках изобразительного искусства. Работу в основном веду в трех направлениях: развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения основных тем курса, самостоятельное приобретение знаний в соответствии с жизненными интересами и потребностями ребенка, приобретение учащимся компетентности в использовании полученных знаний, умений и творческих навыков в повседневной жизни, способности к рефлексии и собственной деятельности, воспитание ценностного отношения к истории, культуре своего народа и народов мира, толерантности. Курсы ОРКСЭ и ОДНК-НР объединяют приоритет личностных образовательных результатов учащихся. Оба этих курса несут в себе мировоззренческий, воспитательный потенциал. Они направлены на формирование традиционных нравственных ценностей и ориентиров личности. Преемственность важна здесь именно с позиции развития личности ребенка, формирования основы для их дальнейшего саморазвития и самообразования. Главным критерием достижения учащихся планируемых личностных результатов является его поведение и деятельность в соответствии с этими ценностями в повседневной жизни, а также собственные суждения, поведение и деятельности других людей, соответствующие основным ценностям. Поэтому одним из приемов диагностики уровня достижения указанных результатов может стать оценка творческих работ учащихся или их социальных проектов. Задача педагога, преподающего дисциплины эстетического и духовно-нравственного цикла, не только сформировать базовые культурные и художественные представления и навыки, но и помочь ученикам увидеть и осмыслить нравственные, эстетические и религиозное содержание в художественных и культурных традициях разных народов. Ну, вот так, например, в моей работе в 4 классе, работая с проблемами самоопределения учащихся в рамках модуля основы православной культуры, я могу использовать тему милосердия, к примеру, обсудить притчу о добром самаритянине, которая подводит учащихся к пониманию призывов Иисуса Христа «любить врагов ваших». Впоследствии на уроках, допустим, изобразительного искусства в 4 классе можно обратиться к теме нравственности, сострадания и сопереживания, и создания тематической композиции «Рисунок и рассказ из моей жизни». Принципиально важно уйти от прямой назидательности, которой нередко сводится рассказ. Ребята сами приводят примеры, делают выводы, изображая данную тему в своих работах, причем проговаривают, какими поступками в жизни я могу гордиться и за какие ситуации мне в жизни стыдно. Почему? В рамках модуля «Основы мировых религиозных культур» в 4 классе на итоговом уроке по теме верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях учащиеся учатся отличать особенности языческой культуры и обрядов разных народов, соотносить понятия культ, традиции. Подобные логические операции сравнивания, анализа, обобщения являются базовыми в группе познавательных УУТ. Отправной точкой для их развития на уроках по обозначенной теме может служить, например,
У нас это итоговая игра путешествия, где перед учениками ставятся проблемы. Анализируя и сравнивая, ребята решают проблемы и делают самостоятельные выводы. Выполняя творческие работы, выполняя эти работы в какой-то поисковой деятельности. В дальнейшем на уроках изобразительного искусства в 5 классе мы говорим об украшении в жизни древних обществ и полученный младшими школьниками опыт сравнения, анализа, обобщения исторических фактов закрепляется в среднем звене в творческих работах, допустим, украшения обереги. И то же самое мы раскрываем в темах от ДНК НР, когда знакомимся с традициями различных религиозных культур. Тоже раскрываем это в народных праздниках, в обрядах. Показываете эту деятельность через мини-проекты. Как в курсе ОРКСЭ, так и в курсе от ДНК НР проблему культурного наследия христианской культуры Кузбасса и России можно раскрыть, организовав дискуссии на основе создания мини-проектов, вот о чем я уже говорила. Это будет доступно даже для не самых подготовленных учащихся и поможет им понять сущность отношения к людям, ответственность за свои поступки по отношению к другому человеку, а главное, будет способствовать познавательной и личностной рефлексии учащихся. У меня все. Спасибо. Так, спасибо. Вопросы? Так, если вопросов нет, следующему выступающему слово передаю. Прокопис, да, продолжает. Добрый день, здравствуйте. Я Швецова Елена Михайловна, учитель истории. Преподаю ОРКСЭ и УДНК НР в 4-5 классах в нашем лицее. Курс ОРКСЭ в лицее ведется уже давно, и у нас выработались определенные стандарты, определенные программы, наработки в этом плане. Мы уже не раз делились с вами на вебинарах. А на сегодняшний день у нас выбраны курсы «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики». Курс сопровождается учебником, методическим пособием под редакцией Шапошниковой издательства «Драфа». Когда стал выбор перед тем, как же преподавать нам ОДНК НР, в каком ключе, то мы вместе, совместно с педагогами нашего лицея, пришли к выводу, что наилучшим будет выбор, это когда мы включаем части модуля в программы определенных предметов. В данном случае четко просматривается преемственность, потому что часть тем по данным предметам они перекликаются, и дети воспринимают этот предмет вообще общения как нормальным, без особой назидательности. Он не выведен в определенную сетку, но это не значит, что значимость его в глазах детей падает. Итак, на сегодняшний день в 5 классе «Основы духовно-нравственной культуры народов России» разработана рабочая программа на основе программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторов Виноградова и Власенко. И этих же авторов мы используем и учебник, который рекомендован. Целью курса является формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории в современной России. Результатом обучения должны стать пробуждение интереса к культуре других народов, форсирование таких личностных качеств, как толерантность, способность к равноправному объединению, сотрудничеству и взаимодействию. Курс предусматривает решение воспитательных задач в процессе преподавания школьных учебных предметов, относящихся к основному компоненту учебного плана. В лицее реализуется на предметах гуманитарной и эстетической направленности. Программа разработана на 17 часов. Распределены с учителями-предметниками темы, близкие по содержанию к основной программе предметов гуманитарной и эстетической направленности. В частности, вышло такое распределение. На литературу 5 часов, на обществознание 4 часа, всеобщая история 3, изобразительное искусство 3 и музыка 2. Таким образом, дети из уст самих профессионалов в том или ином направлении могут слышать разные совершенно точки зрения по темам нравственности. Темы модулей программы ОДНКФ дополняют определенные темы предмета. Завершается изучение защиты проекта по выбору учащегося. А в тематическом планировании рабочей программы в содержательной части прописывается в содержательной части основного предмета прописывается номер темы из рабочей программы ОДНКР и сама тема.
В рабочей программе по ДНК, НР составлена таблица соответствия темы по модулю и темы предмета, на котором она выдается. Прописаны основные универсальные учебные деятельности и результаты. Учитель-предметник вправе самостоятельно подбирать на урок материал по теме с опорой на программу рекомендованный учебник, выбирает форму проведения урока, тематику проектов по модулю, определяет сроки защиты проектов учащимися по соответствующему модулю, что дает возможность качественной обеспечки подготовить выступление защиты. Защита проектов в рекомендационной программе проводится в конце курса. Но у нас складывается такое мнение по итогам прошедшего года, что лучше это делать на итоговом уроке по данному предмету, который проводит модуль. И таким образом учитель акцентирует, что эта тема именно из такого-то модуля. И в частности у детей появляется возможность без спешки подготовить этот материал, и он может принять участие также в подготовке реализации не просто одного проекта по ОДНКР, а выбрать несколько в соответствии из предметов, которым преподавался модуль. Официальных отметок по данному курсу у нас не выделяется, и это благостно отражается на детях. Дети высказывают свое мнение, с удовольствием работают с проектами. Для них главное заключается в том, что они услышали мнение своих одноклассников во время защиты, услышали мнение учителя. Наиболее яркие проекты по результатам деятельности представляются в научно-практических конференциях в лицее и городских научно-практических конференциях. Ну вот приближенные темы проектов, которые были в частности в том году. Это христианские святыни Палестины, буддийские храмы России, памятники православной культуре в городе Прокопьевске, традиции моей исламской семьи, традиции моей православной семьи, семейные ценности в православии, даизме, исламе, буддизме, человек и природа, красота природы моего края, люди труда и другие, много других тем. Впоследствии дети получили хорошую оценку деятельности. Еще одним интереснейшим аспектом, когда введение курса ОРКСЭ и ОДНКР стало то, что параллельно появилось и участие этих детей в олимпиадном движении. Дело в том, что наш лицей уже на протяжении многих лет проводит эти олимпиады и на школьном уровне, и муниципальные этапы в самом учреждении. И с каждым годом количество участников только растет. Интерес этих олимпиад вызывает то, что дети буквально сразу же после загрузки результатов уже могут узнать результаты своей деятельности, получить на руки великолепные сертификаты, дипломы, которые представляет нам вот именно электронная база. Наш лицей на протяжении многих лет активно участвует в областных этапах по православной культуре и имеет определенные результаты. Ну, а что, если говорить конкретно о той программе, которая у нас реализуется, вот опять же, я хотела привести некоторые сопоставления тем, которые у нас в таблице представлены, как реализуется вот этот момент. Ну, например, в литературе на самом же первом уроке рассматривается тема «Роль книги в жизни человека», и учитель у нас очень аккуратно и корректно вводит тему по ОДНКР «Человек творит, творец и носитель своей культуры». Урок проходит очень в таком хорошем, позитивном ключе. По обществознанию ряд тем проходит прям буквально одна за одной на протяжении 3 недель. И одна из тем, вот я представлю, скажем, например, тема такая «Что такое я?». И она очень хорошо совпадает с темой «Люди труда», когда учитель очень активно подводит к знанию того, что человек труда – это важно, и, соответственно, темы проекта отсюда тоже берутся очень хорошо, именно по этой теме. Урок музыки, урок эстетического восприятия детьми – очень хорошо тема «Застывшая музыка» в 5 классе вплетается в эту ткань тема «Роль религии в развитии культуры». И здесь не только визуальный ряд, но и аудиоряд играют свою роль.
На уроках истории в 5 классе очень хороший есть блок тем, они тоже идут практически друг за другом. Это тема «Первые христиане», она очень хорошо ассоциируется с темой, вплетается в тему иудаизма, культура УДНК. А когда мы говорим о традициях буддизма, эта тема очень хорошо включается в тему, касаемо изучения Индии и ее сословного деления. Единственная проблема была на момент составления программы, как же вписать в ключ истории тему культуры ислама. Эта тема не подходила ни в литературу, ни в обществознание, ни в ИЗО, в программу изобразительного искусства, потому что ну, там своя специфика. И тогда был найден выход, что на обобщающем уроке, когда идут защиты проектов, эта тема дается на опережение детям наиболее любознательным, любопытным, которые представили самостоятельно разработанный проект и проговорили вот, именно свое видение этой темы. Это получилось очень даже неплохо. Ну, вот мы я представила вам лишь краткий фрагмент из того, что мы наработали в течение года по новому курсу. Но я думаю, что работа нам еще предстоит дальше. И мы на этом не останавливаемся. Большое спасибо за внимание. Спасибо, коллеги. Вопросы? Так, большое спасибо. Это был у нас Прокопьевск. Елена Михайловна выступала. Так, и по нашей программе семинара у нас, получается, осталось двое выступающих, осталось Новокузнецк и Кемерово. Новокузнецк, подскажите, подключились? Новокузнецк. Так, Новокузнецк, видимо, это вырос, выступит, потому что они были в начале и сейчас отключились почему-то. Тогда давайте слово предоставим Кемерово. Кемерово – это средняя общеобразовательная школа номер 14. Слушайте нас? Мазепин, да, меня слышно? Да, Мазепин Владимир Сергеевич, учитель истории, обществознания, ДНКНР. Пожалуйста, вам слово. Так, сейчас, секунду. Так, здравствуйте, уважаемые коллеги. Да, я учитель истории обществознания, ну и основ духовно-нравственных культур народов России, школа номер 14 города Кемерово. Да, и сегодня мой доклад посвящен такой теме, как совершенствование методики преподавания занятий по основам духовно-нравственных культур народов России, да, ну из опыта работы. То есть кратко я расскажу о проблемах, с которыми я столкнулся, да, в ходе преподавания этого предмета, да, как-то кратко тоже коснусь проблем вариантов решения этих проблем, ну, о конкретных методиках, которые я применяю, собственно, на уроке. Итак, предметная область УДНКНР в соответствии с вводимым федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования с 1 сентября 2015 года должна обеспечивать в том числе знание основ норм морали, культурных традиций народов России, формирование представления о исторической роли традиционных религий и гражданского общества, становление российской государственности. Вот. Курс у нас этот преподается уже на протяжении 2 лет, то есть 2-й год мы работаем по этому курсу. Работаем мы по программе, составленной на основе учебника Виноградовой, «Основа духовно-нравственной культуры народов России». Да, учебник предназначен для 5 класса, да, но у нас в нашей образовательной организации курс «Основа духовно-нравственной культуры народов России» преподается в 7 классе. Вот. И вот отсюда уже вытекает ряд проблем, да, с которыми я столкнулся как преподаватель, да, в ходе знакомства с этим предметом. Да, то есть проблемы первые, да, ну вот учебник Виноградова, по моему мнению, да, в нем недостаточно материала, да, для проведения полноценного урока. Да, в то время как другие предметные линии, да, по истории, по обществознанию, мы все с вами знаем о том, что они
предоставляют достаточно большое количество материала, это исторические источники и различные группы вопросов для разного уровня. Вот, и иллюстративный материал, да, по моему мнению, да, что в этом учебнике достаточно мало информации, да, проведения полноценного урока. Вот. Ну и вторая проблема вытекает, которая в нашей образовательной организации, да, это то, что материал, собственно, учебника не рассчитан на аудиторию учащихся 7 классов, да и, в общем-то, я считаю, что он и для 5 класса не совсем применим, да, считаю, что больше относится, наверное, материал к начальной школе. Вот. Да. Ну и третья проблема, не так давно преподает эта дисциплина, да, и вообще на просторах сети интернет, к которой мы постоянно обращаемся, да, в нашем веке, да и в силу разных обстоятельств, да, мало материала, да, по этой теме, да. Ну и какие выходы существуют проблем, да? То есть это учитель сам должен работать над формой проведения уроков, над методическими материалами, над презентациями, да? И, собственно, надеяться в этом, как бы, ему особо-то и не на кого и не на что, да? Вот. Ну, теперь конкретно к урокам перейдем, да, к формам и методам, которые у нас применяются, да, в преподавании основ духовно-нравственной культуры народов России. Да. Вот перечисленные методы, да, это, в общем-то, они не покажутся ни для кого новыми. Это урок-лекция, да, урок-беседа, урок с использованием учебного кинофильма, урок теоретических и практических самостоятельных работ, да, то есть и уроки исследовательского типа, где какая-то проектная деятельность применяется, да, уроки смешанные, да. Следующая группа – это уроки совершенствования знаний, умений и навыков. Да? Сюда входят уроки, вот, ну, как комбинированные уроки, которые, наверное, занимают большую часть наших, так сказать, учебной нагрузки. Да? Вот, ну и если говорить о приемах, то какие приемы тут мы применяем? Да? Это диалектические игры, выработка коллективных решений, доказательство своей аргументации, своих точек зрения, анализ ситуаций, решение конфликтных ситуаций, работа с иллюстративным материалом, практические работы, да, разработка проектов, да, создание каких-то текстов, тематические дискуссии, работа с притчами. Да. Ну и в рамках нового федерального государственного стандарта я хотел бы остановиться на различных методиках, да, методах интерактивной работы, которые можно применять в рамках курса «Основ духовно-нравственной, духовно-нравственной культуры народов России». То есть цель данного предмета – это обогатить процесс воспитания новым содержанием, формирование представления об отечественной традиции, религии, о роли религии в культуре, истории и современности России. Результатом обучения должно стать пробуждение интереса к культуре других народов, сформированность таких качеств, как способность к сопереживанию, сотрудничеству, взаимодействию. Важное средство для работы с детьми – это, конечно же, выступает мотивация. Да? Основу ее должна составлять потребность ребенка в чем-либо. Да? И мы должны с вами ответить на вопрос, а что же такое мотивация? Да? То есть это процесс, побуждающий человека к деятельности, к достижению какой-либо цели. Вот, и надо ответить на вопрос, да, какие же методы работы могут смотивировать ученика, да. Ну и первым можно отметить, да, одну из лучших и эффективных форм организации деятельности работы, это работа по микрогруппам, да, то есть в коллективе, да, который в рамках нового федерального государственного стандарта, ну, уже уделяется достаточно большое внимание. Вот. Еще одной методикой, да, работы в рамках предмета «Основ духовно-нравственной культуры народов России» можно отметить метод моральных дилемм и дискуссий, так называемых. Да, то есть, что это такое? Создание проблемной ситуации,
доступны для понимания школьника, которая включает различные вопросы. Да? Проанализировав ее, ученики должны привести доказательства правомерности поведения героя того или иного сюжета, или же наоборот, да? Что его поступок был неправомерен, доказать. Да? Данный метод помогает обучающимся в будущем, да, сделать самостоятельный выбор в различных ситуациях. Да? То есть, этот метод можно применять не только на уроках основ духовно-нравственной культуры, но яркий пример, например, содержится в учебнике, сколько я помню, 8 класса обществознания, да, то есть там приводится пример из фильма «Проверка на дорогах», да, в котором повествуется вот о ситуации, когда нужно партизанский отряд действует в немецком тылу, да, задача их стоит взорвать мост, да, под которым в это время должна проплыть баржа, да, с советскими военнопленными. Да, и вот задача, как взрывать мост или нет. Да. Именно в рамках основ духовно-нравственной культуры народов России активно, конечно же, можно применять сюжеты библейские, да, в первую очередь из Ветхого Завета. Да, и ученик должен попробовать поставить себя на место каких-либо героев, да, из этих сюжетов. Дальше. Так как школа у нас цифровая, да, у нас нет никаких проблем с мультимедийными различными источниками, да, и вот на своих уроках я активно применяю например отрывки из фильма «Счастливые люди», да, может быть, многие знают, есть такая серия фильмов «Счастливые люди», да, режиссер Дмитрий Васюков, документалист, да, то есть это серия документальных фильмов, повествующим о том, как живут различные народы России, да, там, то есть есть отдельные серии про поморов, про жителей Приенесейской тайги, про Алтай, где рассказывают о старообрядцах, о самих алтайцах, о Тыве, да, то есть о людях, которые живут в непохожих, да, для обычного жительства, жителей российских городов, условиях. Да? И, то есть здесь отрывки из этого фильма можно использовать в контексте тем о труде, да, да, о труде рыбака, о труде охотника, да, то есть люди там живут как бы в единении, что называется, с природой, да, жизнь это тяжела, да, и тут именно видно, какое значение имеет труд в жизни человека, да. И также применимо это к по отношению к темам, касающихся, да, природы, да, и идеи о сбережении природы, да, и любви к природе. Вот, то есть, вот в контексте видеозаписи можно использовать материалы из этого фильма. Да. Конечно же, работа с иллюстративным материалом занимает большое место. Да, ну и тут, что называется, сам Бог велел, да, применять иллюстративный материал в теме, да, священной истории религии в сюжетах мировой религии, да, в сюжетах мировых религий, да. Потому что невозможно понять живопись эпохи Возрождения, да, как итальянского, так и, наверное, и северного Возрождения во многом, да, без понимания библейских сюжетов, да. Ну вот ряд сюжетов, которые мы разбираем в уроке, да, это Вавилонская башня, да, Питера Брейгеля, да, Северное Возрождение, да, вот сюжет о торжествующей Юдифе, да, которая спасла, да, евреев от ассирийцев. Да, ну и, конечно же, возвращение блудного сына Рембрандта. Да. Ну вот это одни, наверное, из великого множества картин, да, основанных на библейских сюжетах, которые можно разбирать да, в качестве беседы с учителем, да, так и в качестве проектной деятельности, да, это все задается. Также, в общем-то, применимо на уроках основ духовно-нравственной культуры народов России работать с историческими источниками, да, что позволяет одновременно и поговорить о нравственности, ну и повторить и углубить материал, который мы изучаем на уроках истории. Да, ну вот, например, в рамках тем «Жизнь ратными подвигами полна», да, мы с ребятами занимаемся разбором летописи, да, рассказывающих о великих битвах, происходивших, да, в средневековой истории, в Древней Руси, да, Дредовое побоище, Невская битва, в первую очередь Куликовская битва, и так далее, и так далее, и так далее. Ну и, соответственно, останавливались на образах великих полководцев того времени, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Третий,
на фоне этого могут возникать различные дискуссии и так далее. Проектная деятельность также неким образом представлена на уроках особо духовно-нравственной культуры. Чаще всего это ребятам задаются презентации, и уже весь урок посвящен, собственно, тому, что ребята рассказывают о своих проектах, да, или не один урок, даже несколько. Ну, вот примеры, да. То есть есть тоже такая тема в рамках курса «Основ духовно-нравственной культуры народов России», как «Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом». То есть тут мы разбирали, а тема, например, была «Герои Советского Союза», представители разных народов Советского Союза, да, это украинцы, белорусы, да, представители коренных народов, да, России и так далее. То есть на эту тему задавались доклады. Да. Ну, конечно же, это Великая Отечественная война в истории моей семьи. Ну и обязательно тема труда в истории семьи, да, так как именно там закладываются основы поведения человека в обществе. Да. И вот ребята готовят доклады о своих отцах, матерях, дедушках, бабушках, да, их профессии. То есть вот так проектная деятельность у нас, собственно, представлена. Да? Ну, вот, собственно, это и есть, наверное, основные формы работы на уроках основ духовно-нравственной культуры в нашей образовательной организации. Ну, на этом, пожалуй, все. Пожалуйста, ваши вопросы. Так, коллеги, есть вопросы? Потому что вот у меня есть вопрос, Владимир Сергеевич. Вот вы привели примеры такие вот интересные по поводу использования фрагментов кинофильмов. А кроме «Счастливых людей» и «Проверки на дорогах», еще, какие еще фильмы, фрагменты из каких фильмов еще используете? Ну, если так конкретно говорить, вот там есть тема у нас о эпосах различных народов России, да? На тему башкирского эпоса «Урал Батыр» прекрасный мультфильм снят, да, то есть мы смотрели мультфильм и потом, собственно, разбирали его на уроке «Основ духовно-нравственной культуры народов России». То есть они все и в свободном доступе, их можно найти, собственно, вот. Как-то так, то есть. Ну, я как понимаю, что, в принципе, если брать предметы ДНКНР, там же разбираются разные народы, там, история разных народов России, наверное, по каждому из них есть какой-то... Да, я не упомянул, да, ну вот из того, что я нашел, это только башкирский эпос «Урал Батыр», такой полноценный мультфильм сделан, да. Ну, по поводу других, мы, эпосов других народов России, мы делали доклады, да, вот, как-то так. Так, и еще спросить. Вот знания, умения, навыки. Знания, умения, навыки, какие именно, вот, все-таки духовно-нравственное воспитание, духовно-нравственная культура, какие они должны получать? Ну, в первую очередь, наверное, вот вы упомянули, да, это различные патриотические чувства, да, воспитываются. Во-вторых, да, это правильное отношение к труду, правильное понимание труда, важности труда в обществе, да, вот, наверное, такие задачи стоят. Понимание разнообразия, да, того, что Россия – это многонациональная страна, да, что люди в ней живут по-разному, да. Вот, собственно, как-то так можно сказать. Понятно. И вот насчет труда, я вот услышал, у вас действительно интересный такой момент, связанный с тем, что, ну, возрождение, как бы, уважение к труду. Мы же сейчас понимаем сами, что живем в эпоху, прежде всего, ценности денег, правильно? Даже не просто, да, верно. Ценности денег. И если сказать, понятно, что ваша там детская аудитория, она сравнивает содержание занятия с тем, что берет из средств там массовой информации, из интернета, из телевидения. И, конечно, в средствах массовой информации вы увидите следующее, что уважение к труду, честно говоря, ну, слабо оно уже представлено, если вообще, если только, может быть,
прославление наших там военных, защитников Отечества, а так, в общем, каких-то сюжетов я вот за последние, вот сколько я анализирую наше вот это медийное пространство, там получается, что единственный сюжет, который я видел из того, что за последние несколько лет, это ну, вот, про тракториста, который в деревне возит, где-то на Урале, возит просто воду в деревню, в которой вот, у жителей, но у них нет водопровода, там какой-то маленький населенный пункт или несколько населенных пунктов, вывозит туда воду. И такой сюжет в стиле, знаете, вот 80-х годов, там, 20-го столетия, что-то похоже. И меня поразило то, что таких сюжетов сейчас практически нет в медийном пространстве. И то, что вот он возит воду, это вот, он, вот этот довольно молодой водитель, он ощущает какой-то, ну, не просто драйв, а то, что вот он не получает с этого понятно. Хотя больших денег, он чувствует свою нужность. То есть его труд, вот он представлен как уважаемый. Вот. И вопрос теперь. Само сочетание того, что все-таки материальные ценности культивируются и уважение к труду, как это проходит на занятиях по вот, духовно-нравственной культуре России? Как проявляется? Ну, говоря вообще, если о средствах массовой информации говорить, то, во-первых, ну, многое в наших средствах массовой информации возникает, вызывает сомнения, что называется, и это не значит, что мы должны как-то это должно влиять на нашу преподавательскую деятельность. Да? То есть мы должны тоже со своей стороны формировать некий дискурс, да, в отношении труда. Вот, то есть, труд... Результат, я спрашиваю, получается? Вот что самое. Результат, ну, я не знаю, мне сложно сказать, собственно. Наверное, можно будет сказать, когда они работать пойдут, мне кажется, так. В седьмом классе сложно об этом говорить. Вот. Ну, в общем-то, понимание я людей вижу, то есть, вот, собственно, никаких противоречий это в них не вызывает, по крайней мере. Так, коллеги, вопросы есть насчет, вот, может быть, с территории других... Потому что тема вот интересная затронута под конец семинара. Мы сейчас будем переходить, так кратко проведем заседание РПМО, потому что оно повышено у нас. Ну, судя по тишине, вопросов нет. Ладно, спасибо, Владимир Сергеевич. Вам спасибо, спасибо. Выступление. Так, в общем, я считаю, что, подводя итоги нашего семинара, подчеркиваю, сейчас я пока говорю про семинар, семинар у нас успешно состоялся, и более того, были территории, значительное количество территорий представлено. К сожалению, не выступил Новокузнецк. Я считаю, ничего страшного, он выступит, значит, на следующем семинаре. Следующий семинар у нас будет проходить 18 апреля этого года. Тоже пожелание к участникам РПМО участвовать в этом мероприятии. Там, если, то есть, те территории, кто, если были выступающие, если выступающие уже как бы опытом поделились, значит, пускай подключаются учителя УДНК, РВЦ с других школ. Вот. И по поводу, значит, заседания РПМО хочу в общем сказать. Два момента я вот отметил в целом по ходу выступления. Что получается? Что я считаю, что предмет у нас достаточно значимый. Вот. То есть в то время, пока курировала это направление Светлана Викторовна Трофимова, мы с ней как бы дискутировали на тему предметом дискуссии, что было. То есть как должен быть или быть воспитательный компонент, например, в предметах обществознания и история. Вот. Я вот, допустим, считал, что он должен быть, а многие коллеги со мной не соглашались, считали, что и вот Светлана Викторовна тоже, что все-таки есть специальный предмет, посвященный как раз воспитанию, вот и на нем как бы необходимо все это реализовывать. И сейчас я вижу следующее, что коллегам стоит акцентировать внимание на том, что предметы вот эти вот
ЛКС, ОДН, КНР, они все-таки, хоть и, ну, по сравнению с предметами традиционными, допустим, в истории общества знаний, русский язык, они появились сравнительно недавно, вместе с тем предметы, я считаю, значимые. Предметы очень необходимые, и их полезность еще просто мы не до конца осознаем, вот, потому что их все-таки воспринимают как предметы дополнительные, как предметы, которые там вот идут как спецкурсы и так далее. Вот, то есть, ну, понятно, что любой предмет, он постепенно внедряется в такой вот предмет, ну, вот, в предметную область школьную. И, безусловно, значимость в том, что сейчас видите, что происходит. На предметах, на которых еще с советских времен традиционно реализовывался воспитательный компонент, то есть история, допустим, история, прежде всего это была история, это была, например, литература, там сейчас по опыту общения с коллегами показывает, что, ну, прежде всего, у меня, конечно, история обществознания, что у них просто нет времени на воспитательный компонент. Вот. То есть, вот они заняты главным образом их целью, вы там, значит, выдать материал, плюс, если это обществознание, там все сориентировано, все понимают, кто коллеги сейчас подключились, то вот, предметники истории обществознания, они понимают, что речь идет о чем? О том, что нужно готовить ОГЭ к ЕГЭ, ну, в общем, к тем, в общем, концентрироваться, прежде всего, на учебной деятельности. То есть на воспитание времени нет. Хотя все понимают, все помнят, что воспитательный компонент, он, по идее, заложен и в истории, и в обществознании, и в литературу, например, и русский язык. Вот, поэтому у нас получается, что первая задача при реализации предметов, модулей, там, ОРКСЕО, ДНКНР заключается в том, что, конечно, надо улавливать, конечно, надо вот этот воспитательный компонент реализовывать. Во-вторых, необходимо создавать, ну, более, больше развивать метапредметные связи с другими предметами. Это, в принципе, сейчас на семинаре было представлено, но все понимают, о чем говорят, о чем речь идет. То есть, метапредметные связи, и они всегда есть, и, допустим, история, понятно, литература, изобразительное искусство. Вот, то есть, все это позволяет, прежде всего, какая у нас цель основная, конечно, это формирование духовных ценностей. Зачем это все делается? Ну, для того, чтобы те негативные явления, которые есть в школьной жизни, они, в общем, минимизировались. Вот. И вот эти предметы, они, в общем, изначально создавались все-таки для того, чтобы формировать такое толерантное, скажем так, ну, толерантное мировоззрение. Ну, мы видим, что, в общем, с их помощью можно, допустим, культивировать. Вот сейчас вот затронули эту тему уважения к труду. Я считаю, что коллегам с территории, у нас все-таки индустриальный регион, вот, как бы он там, несмотря на все проблемы, там, экономические изменения, он создался как индустриальный регион, вот, и плюс еще сейчас целый ряд мероприятий проходил, было 75-летие Кемеровской области, и грядет у нас 300-летие Кузбасса, вот, и что уважение к труду, там, и к шахтерскому труду, и к учительскому труду, и вообще к труду, оно, конечно, я считаю, что он вот на этот компонент в преподавании ДНКНР стоит обращать более пристальное внимание. Этого реально не хватает. Потому что у нас вот, если брать предмет обществознания, вот буквально тут недавно проходило выездное занятие, там, например, ну вот я попробую метапредметную связь построить сейчас, там все-таки акцент на чем делается? На том, что бизнес, торговля, реклама, вот этому приоритеты отдаются. Вот. И как бы вот тема труда, которая вот все вот советское поколение, оно знает, что раньше это культивировалось, потом это как-то все сошло на нет, и этого нет. Ну и в общем, рекомендую коллегам на этот компонент при разработке своих программ
для разработки своих уроков обращать внимание. Вот. Далее. Насчет еще вот хотелось бы сказать. Вот это вот материал, который должна была рассказывать Наталья Александровна Аптина. Вот она, к сожалению, на больничном. Я попробую все-таки вот этот материал выдать. Значит, хочу обратить внимание ваше на то, что сейчас вышли методические рекомендации по преподаванию. Сейчас я зачитаю. Методические рекомендации по совершенствованию процесса полностью за счет методических рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур советской этики и предметной области основы духовно-нравственной культуры народов России». Эти рекомендации, вот, либо свяжитесь со мной, я вам вышлю по электронной почте, если хотите, можете сейчас территории назвать, я вышлю в те территории, которые это, если у вас нет. Дата стоит здесь на письме, это Департамент государственной политики в сфере общего образования, Минобрнауки. Это рекомендация 19 января 2018 года. Уважаемые коллеги, знакомы с этими рекомендациями? Кто на связи еще остался? В общем, если есть у них необходимость, тогда пишите по электронной почте. Знакомы с рекомендациями этими? Департамент. Да, 19 января 2018 года стоит дата. Довольно-то старая дата, сейчас уже 19-й год. Потому что, наверное, знакомы уже. Так, какой Кемеровской области она сказала еще? Ну вот, получается, это министерство рассылало. Я, честно говоря, документ этот листаю сейчас. Вижу, что здесь какие-то, ну, по моей вот субъективной оценке пока идут такие общие фразы, тут идут ссылки на конституцию. Фразы, понятно, такого нет. Чем руководствоваться. И вот из, наверное, все-таки знакомые, если как бы они... Знакомые, да, прошлогодние. Ну и вот дальше вот тут идут общие какие-то ссылки на Конституцию, чем руководствоваться. Так, это я, естественно, не буду зачитывать, там статьи, на которые стоит ссылаться при создании курса закона об образовании. И вот на что я обратил внимание здесь. По поводу курсов. Возникает вопрос сейчас вот. Потому что курсы, пока вопрос стоял, нужно ли организовывать курсы, потому что, ну, как бы, локомотивом, скажем, хорошо в этом. Что? Ну, если здесь сидит, придите, все выключите. Есть потребность в дистанционных курсах по ДНКНР, РКСР, коллеги, кто еще на связи? 144 часа здесь метод рекомендации стоит, количество часов. Что тут все молчат? 144 часа. 144 часа, да, стоит вот курс РКСУ ДНКНР для педагогов. Если сейчас, допустим, запустят такую программу курсов, будет рассылаться письмо, будут желающие, в общем, проходить курсы эти? Мы же недавно проходили все. Ну вот я и спрашиваю. То есть вы проходили, кто на связи? Какая территория на связи осталась? Он тут спрашивает нас, нам все на кнопочку нажимать. Какая, говорит, территория на связи, говорит, осталась? Нажмите Прокопис, скажи, что... На Прокопис вы на связи еще остались, да? Ну, потому да, что нет, у меня все молчат, как бы, и вот... Мринск на связи. Так. Курсы проходили уже, я как понимаю, что вот... Да, у нас курсы все педагоги прошли. Прошли. Прокопис.
пропуск, отзовитесь. Прокопис на связи еще? Отзовитесь, пожалуйста. И будем сейчас завершать заседание тогда. Так, сейчас секундочку, узнаем тогда, какие территории остались. Заседание ПРО. Осталось всего, вот сейчас техник сказал, всего 3 территории. Если есть какие-то вопросы, пожелания, задавайте. Будем заканчивать. Вопросы. Мариинск, можно вопрос? У меня такой вопрос. По учебной программе ОРКСФ в 4 классе. Вот у нас 6 модулей. Мы должны составить программу так, чтобы содержание программы было во всех 6 модулях, или мы можем только выбранные родителям модули отразить в программе? Как правильно должно быть? Так, я ваш вопрос, давайте преподаватель с кафедры начальных классов, вот вы ей сможете ей позвонить, или я ей передам вопрос, если она вот сейчас в институте, потому что у нас, видите, какая ситуация сейчас, сейчас я скажу всем коллегам, получилось, что кабинет же расформировали, в курсе, вот, кабинета сейчас нет официально, и получилось, что 3 направления, духовно-нравственное воспитание передали Аптиной Наталье Александровне, мне отдали только УДНК НРУ, то, что с 5 по 9. И ОРКС передали Владимирову Ларисе Михайловне. Вот. Потому что она кафедра начальных классов. Я, честно, даже придумывать не стану. Это надо ей адресовать вопрос. Ее сегодня нет. Я тогда записал, что это Мариинск. Ну и вам потом попробую написать на электронную почту, наверное, да? Да, спасибо большое. Ну, а номер 7, там вроде электронный адрес есть, я напишу. Спасибо большое. Еще раз повторите, пожалуйста, вопрос. Во всех модулях? В программе учебного курса ОРКСЭ мы должны в содержании расписывать все модули, либо только выбранные родителями. Так, записал ваш вопрос, Мариинск. Еще вопросы? Все, спасибо большое. Так, уважаемые коллеги, если вопросов нет, тогда всем огромное спасибо за участие. Давайте сегодня тогда мы завершаем нашу работу. И следующее мероприятие у нас будет в этом году, 18 апреля 2019 года, последний семинар из цикла. Пожалуйста, все принимайте участие.